Так, стоп-старт сделал. Сейчас Twitch проверю, что там на Twitch происходит. Говорят, сегодня как-то рестримы туго запускаются. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, ну сейчас стрим пойдет, проверю я Twitch, ребята, игра уже началась, Ваня против Ку. Давайте смотреть, карта галактический процесс, посмотрим, кто на что способен. Я думаю, что Ваня должен здесь побеждать легко достаточно таки. Но посмотрим, посмотрим. Может, я окажусь неправ по итогу. Ребят, жду, пока вот наконец стрим пошел. Надо запустить Twitch. А вот, все, Twitch. Показывает, что должен запуститься. Но что-то он не запускается, пока, черт побери. Все, отлично, стрим запустился. Team Liquid можно онлайн выставить. Все, все везде выставил. Ну что, пошел Twilight сейчас. Пошел Twilight. Собираются минеральчики. Прокси пилон Уку здесь запилен. Ну и, кстати, это, судя по всему, либо супербыстрые адепты, либо супербыстрые дарки. Вот, что именно я пока понять не могу. И то это крайне опасно для зерга. Зерг видит прекрасно, что пошли адепты вперед. Но просто мертвое решение в такой ситуации не застраивать рампу. И еще здесь, походу, гейт будет. Да, здесь будет гейт, ребята. То есть, на самом деле, ну, здесь зергу просто делать контрзабегание и все, как бы. Хотя здесь есть... А, ну здесь полная стенка, кроме вот как вот здесь вот, да, будет, проходит. С другой стороны, да, в такой ситуации 4 гейта, может быть, даже и сработают. Ну, Ваня не будь дураком, делает лингов и беллинг нест, и у него уже плетка на мэне есть, самое интересное, в рабочих, как бы. Вот. Так, еще и Даркшайн пошел. Ну, это интересная, в общем-то, игра, сверхагрессивная с Даркшайном. Так, я не понимаю, что делает Ваня. 4, блин, адепта, у него 1000 лингов, он ничего не делает. Куда рабов-то повел, ё-моё, что за тормозятина происходит? Адептов грызает на халяву фактически Ваня. Один пытается телепортнуться. Телепортнулся, ну как-то кривовато. Все, сейчас Ваня спалит гейт. Палит гейт, нужно переводить плютку. Хотя, в принципе, можно ее и на мейне оставить с другой стороны. Но Ваня предпочитает вниз отвести ее сейчас, эту плюточку.
Но у него нету, посмотрите, у Вани нету ничего, что может обнаружить Дарков. И это громадная для него проблема, я вам скажу. Почему? Потому что сейчас они его убьют, и это 1-0 для Коу. Уже даже факт можно констатировать. Хотя, посмотрите, здесь как-то только что вар прошел. Вот сейчас, может быть, один дарк доварпится, я не знаю. Беллинги куда-то идут, непонятно сливаются. Здесь контр забегания пошло. Ну, здесь и Мазеркор есть, 50 энергии у него присутствует. Сейчас и дарки пойдут, их пойдет несколько штук. Они сразу все запилят вообще в хлам просто. Адепты врываются на ХГ. О, ошибку совершает просто ужасную дети, я вам скажу. Так, беллингов надо подпустить, конечно, к адептам. Все, адепты упали. Ну, варпится один дар. Где он варпится? Они уже два идет. Здесь порка запилена. Поздно спорка запилена зергом. Нужно становиться на рампу, пытаясь не дать спорку убить. Ну, вот эта база уже точно будет потеряна. Это факт. И тут уж ничего не поделаешь, ребята. Абсолютно. 20-23, ну даже, правда, если на мейне отобьется зерк, то у него шансы минимальные останутся. У него так-то неплохой здесь относительно микс. Спорку ставит номер 2 сейчас Ваня. Надо на лоу, с хайграунда переводить сюда, на лоу-граунд срочно. Да нет, вот эту надо переводить. Ну куда ты хочешь? Такой тупеж делает сейчас Ваня. Что ж ты делаешь-то, ё-моё? Пытается Дарков отогнать. Знаете, на самом деле я не прав. Ваня-то тут с грамотным контролем спустился и хатку свою просто отнял назад. Укол. Очень неплохо он поступил. Спорка сейчас копается-то моментально практически. И это неплохо, в общем-то, было с его стороны. Два архона делает Укол. С двумя архонами тяжеловато будет разговаривать здесь зергу, как вы понимаете. Поэтому нужно аккуратнее быть с лингами, с беллингами. Беллинги вперед идут, в архонов врыв идет, беллингами надо взорваться, хорошо, адепты сзади-то архонов, не получается Ваня сгрызть, Ваня тупит вообще в мясо, тупит, какие адепты вообще, тебе убивают архоны, все, ты в адептов врываешься, ну не тупи же ты, Ваня. Ваня тупанул, Ваня отдается здесь, конечно. Здесь ничего не скажешь, адепты падают. Да какие адепты? Надо архонов было взрывать или копиться, ждать еще больше. То есть, был бы крит масса беллингов, убил бы в мясо. В итоге ГГ Коу пробивает вот полным бредом Ваню. Сейчас полным бредом абсолютно. Ну, давайте посмотрим другую игру. Навряд ли вторая игра вот в таком стиле же сможет зайти. Вот. Пока что мне нравилось как, ну, побольше, как Ваня тут все делает. То есть, у него вроде как и... Реакция была неплоха, но он просто не понял, что здесь именно такой билд. А кто бы понял, такое вообще мало кто отыгрывает, естественно. То есть здесь не мудрено. Так, ждем вторую игру.
Ну что, ребят, ГЛХФ Ваня, Ку тоже ГЛХФ. 1-0 ведет Ку. Ну, в этот раз через Нексус, соответственно, он собирается играть. Не будет однобазового, элегантного какого-то бреда такого. Очень странно вообще, что не отбился Ваня там в предыдущей игре. Ну, адепты плюс арпуны против лингов на ранних стадиях, это вообще жесть. Рабочий ползает туда-сюда. Здорово, спиритолог. Вчера Блай второе место взял, я думаю, ты это видел. Вчера Блай выиграл Бейлса, выиграл Ниба, ребят. Вчера был врыв поздний, кстати говоря. Вот. Сейчас я посмотрю, кстати, запись, что там как. Сейчас я выложу запись, ребят. Вчера Блай занял второе место, выбился Ниба, но в финале, к сожалению, проиграл Смуту. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Тут уж ничего, к сожалению, не поделаешь, действительно. Сейчас я контакт сразу выложу. Вчерашняя запись, ребят. Плюсуйте, 10 плюсиков с вас там необходимо, ребята. Укол тут Нексус, так второй гейт овер улетает на ХГ, овернекается. Мазеркура пока нет. Я не знаю, зачем зерки с протцами вот здесь оверов вешают. Это просто Мазеркур появляется, это минус овер, но здесь нелепо висеть. Вот здесь вот, да, как бы здесь можно вниз улететь. А здесь улетать некуда абсолютно, ребята. Если только у вас линги с мувом уже есть, и вы уверены, что прикроете, вот, да-да-да. А адептик приходит, адептик ничего не минуснул, линга 4 у Вани имеют. Имеются. 4 линга мало, вот на этой стадии нужно 6 лингов, и 6 лингами нужно уже принимать адепта этого, потому что его не надо отпускать. Че он здесь ходит вообще, когда у тебя мув есть? Когда у тебя есть мув, не убивать адепта, это неправильное решение. Коготь у Вани пошел, мув овером не делает, мне кажется, даже зря может, потому что здесь какой-то робо, скорость атаки адептом, возможно, даже... Мы видим какую-то адаптацию, какую-то однобазовую, я не знаю. На золото рабочие Хваня не переводит. Тоже ошибка. Золото сразу должно быть максимально раскачано вообще. Ваня раскачивает его очень долго. Это ошибка. Точка сбора-то хоть сюда стоит. И точка сбора не сюда стоит. Ну что за бред-то вообще? Ну так играть нельзя на этой карте. И в принципе, если ты ставишь золото, всегда раскачивай его. Это первое правило вообще. Элегантное. Так, опять Даркшайн, опять... Орк поддержал ваш канал на сумму 250 рублей. Поми, привет, хорошего стрима. Спасибо тебе, Верк, спасибо за поддержку, братва, всем очень-очень приятно. Сегодня стрим будет недолгий, я вам скажу сразу. Сегодня стрим будет... Ну, после Старлайна, может, я что-то постримлю немножечко и все. Значит, мне на день рождения сегодня пойду, как бы мне еще надо помыться, побриться там и т.д. И штаны на другой квартире мои лежат. Актуальные. В
Выходит Коу на третий Нексус, у Вани здесь маслинги, есть пару бейнов, он идет вперед сейчас, он собирается пробить здесь, по-моему, в лоб просто оппонентство. Так, здесь два линга есть, ну куда ты бежишь-то так, ну ё-моё, Ваня, ну что ты делаешь, а? Где контроль? Здесь чуть адепты идут вперед, ловить их надо вот здесь вот где-то, я не знаю, он уходит просто. Сейчас, конечно, тебя спалят иллюзиями просто и все. Золото раскачано слабенько как-то, ну на 20 лимита тем не менее больше. Ваня и Гидра Дэн уже пошел сейчас. То есть с другой стороны, как бы у него все на... Вот что он боится, не понимаю, столько лингов. Видно, что Ваня нервничает, но молодой игрок. Ну вот что вот он за... здесь сидит, я просто не понимаю. Вот ходит, ну здесь с двух сторон. Атака идет. Здесь 4 дарка врываются. Дарков Ваня спалил. Коу решил такой, типа он профессионал супер жесткий здесь. Но он не супер жестким профессионалом оказался. Дарки здесь никакие камни не пробили. Ваня просто на изичах все принимает в мясо. В эволюшены просто оранжевую атаку и рейндж гидре делать сейчас. Идти убивать оппонента своего. Сейчас все, что нужно Ване, это гидры штучек 10-15 как бы. Как только она будет, эта гидра, это будет разгром. Плетки здесь нафиг не нужны. Эти кривые плетки. Ё-моё, прям в минеральной линии. Ставьте так, чтобы они ничего не загораживали. Здесь, там, я не знаю, вот здесь вот. Так, прибегают линги. Здесь центря, кстати, она криво стоит. Я вам честно скажу, здесь можно ее растолкать и пробить. Ваня делает 3 бейна. Центрю пытается сгрызть. Коу вообще не реагирует. Один линк вперед, ну грызи ее. О, центря уничтожена, линк. Хищник здесь появился просто. Да пили ты их всех, рабочего еще сгрыз. Заходит еще раз. Здесь ничего не закрыто, вообще проход не закрыт. О, тут варпит кого-то юнита. Фотонку теряет на второй, фотонку на застройщике теряет. Рабочих падает уже 7 штук в минус. Адепты тоже под ударом. Гидра уже... Где? А, здесь гидра есть. 4 штук, мало гидры. Нужно выводить все, нужно золото шатать сейчас, конечно. 9-10 пробок потерял Ку. На мейне 2 бейна плюс 2 линга есть. 2 линга грызут рабочих, просто не реагируют даже. Ку здесь вообще не реагирует. У него контр-хара здесь на архонах идет. Он как сос практически здесь. Врывается, но не совсем. Так, призма улетает. Здесь ада... Куда ты, ё-мо, чё ты делаешь, Ваня? Что ты делаешь, ё-моё? Что ты делаешь, а, Ваня? Ваня, ты же не Федя, ты не Вася, ё-моё, что ты делаешь, Ваня? Ай-яй-яй, Беллинги вместо того, чтобы пойти к этим рабочим, спускается вниз, где ничего нету, Ваня забылся на ходу, что все там убил уже. Так. Архона адепта опять на мейне. 122 на 82, если Ваня дождется шторма, это единственное вообще, как он проиграть, по-моему, может. Вот, без, если он проатакует до шторма, просто это ГГ будет. Здесь архон подавлен просто вместе с призмой. Да иди ты убей, ты его уже, ну хватит этого бреда. Ну просто хватит терпеть это, ё-моё. Пошел Ваня вперед, неужели? Второй коготь почти готов. Ну тут даже шторм, я думаю, Коу не поможет. Лимита 72 на 18 по боевому, это космос просто. Вот, еще записи лагают. Ну это кривое у тебя... Браузер или что-то там еще, я не знаю, у тебя плохо идет. У меня все прекрасно просто работает в записи Goodgame. То есть у многих и плеер как бы сам криво работает. Я не знаю, в чем там дело, там как бы нужно конкретно свою систему смотреть, там что-то как. Так, линги заходят. Линги пытаются прорваться. Штормы пошли на беллингов, попадают. Ну беллинги-то доходят, заходят. Линги прям штормовиков, еще штормы пошли. Прям себя Коу заштормил здесь. Это 1-1, ребят, это... Здесь вам не это, тут вам не то, ничего не сделать Коу здесь будет, это очевидный момент, дарки уничтожены, это разгром. Так, на Твиче бодренько чешет пассажир. А сетка есть? Ну и где ссылка? Дайте сетку, пожалуйста. Писать надо на 10 минут отдыхать, ё-моё. Пошёл.
Спасибо всем, ребят, за поддержку. Сетку даю. Спасибо за плюс для Блая. Смотрите вчерашние игры Блая. Сейчас я сетку вам запилю. Также на Ликвипедии есть турнир наш, что самое главное. Так, забыл я про логотипы опять. Они ж у меня добавлены и просто отключены на другие стримы. Даже не надо ничего заморачиваться. 1-1, ребят, решающая катка. Новый Геттисберг у нас карта, между прочим. У Пилон Гейт, судя по всему, здесь. Или что это вообще такое? Да, Пилон Гейт. Стрэндж вчера выдал спад у него, что ли? Я не знаю, что там за спад, Стрэндж. Ну, Стрэнджи даже припекло маленечко. Потому что я в группе на Старлайне смотрел, что Стрэндж уже Изерда вьюл. Пользователь Зазорк активировал премиум на ваш канал. Что Стрэндж снялся с соревнований, в общем-то. И нужны переигровки, чтобы определить место Стрэнджа, а потом написал, что, блин, меня припекло, все окей, я типа участвую. Вот, ну бывает такое, на самом деле, хочется как бы плюнуть и послать всех на. Это и есть такое дело. Вот. Ваня ставит вторую на третьей базе, заблочили пилоном ему здесь вторую. Линги, где линги? Вообще не вижу лингов. Нужны линги, нужна королева, блин, очень долго Ваня это все делает, нужно переводить, потом и дронов будет сюда, но тут все равно Нексус поздний как бы упрется, поэтому ничего страшного, что у Зерга здесь хатка, то есть он просто сейчас отменит пилон, во-первых, как бы, это просто уже какой-то дэмэдж начальный. Прогрызает пилончик, ребят, кстати, да, на кибетике. 1xbet тоже спонсор этого турнира, ставочки есть везде на этот турнир. Медоед просит заинвайтить в игру, покомментить хочет. Ну так пусть напишет мне или пусть напишет Мэджику, как бы. Вот, поставит задержку 2 минуты и заходит, как бы, здесь, в принципе, ну, не ВЦС какой-то, так что своих мы пускаем всегда. Ну что, ребят, Ваня масит лингов, много он достроил, я не понимаю, почему он адепта не стал грызть сейчас. Не успели даже кусить здесь линги. Овер морфится сейчас для дропа, я не понимаю, что Ваня за бред сейчас делает, честно говоря, он сверхагрессию какую-то здесь делает. Линги прибегают на рампу, есть уже здесь мазеркор. Овер без мува. Так, пытается Ваня центрю подгрызть здесь. Ну забирать ты уходи. Вот, центрю пытался подгрызть, что не вышло. Передроп на мейн. Линги просто масятся вообще по жестику сейчас. Нужно аккуратнее быть, предельно внимательным. Фу, понимаю, здесь какое-то палево. Гейтом блочит уже, адепта прячет сейчас. Блин, ну вот на медленном овере такие стрёмные дропы делать, да я не знаю. Ну зачем улын играть в решающей игре, такой глупый, тем более улын.
просто тупые линги, как бы, без мува. Ну что это за дебилизм-то такой? Ну, Ваня, ну, ё-мо, неужели ты не можешь сыграть в предыдущую игру нормально, ё-мо, в макро, более-менее? Ну, это ГГ, Ваня, все. Хотя давайте не будем вперед забегать. Но я думаю, здесь крайне печальная ситуация. Хотя, смотрите, гейт-то здесь, вот здесь стенку он дает с этой стороны. Дает, кстати, стенку он здесь. Это печально, но здесь он не достроен. Линги говорит, ну тут 4 адепта в центре. О чем речь-то, Мазеркор? Конечно, ничего здесь не сгрызет. Ваня, он все равно лингов строит. Ну, ёп. Ваня, ты что, отморозился, что ли? Я не понимаю, куда ты прешь-то, ё-моё, Ванёк? Чё агрессивный это такой? В школе обижают, что ли? Не понимаю. Ну, блин, что-то Ваня здесь переагрессивничал. Как-то пытается перейти в макро. Но еще, кстати, не вечер. У него барабам сейчас больше будет. Ему главное адептов принять. Сейчас он просто должен СД зажать. Ничего не строить. Боевого абсолютно. Привет, Алукард. Привет всем, кто недавно подошел. Следующая игра, браток, против Экзе так-то. Вот, и в любом случае как-то... Увидим мы и Ваню еще, и Ко в любом случае в следующих играх. Курабан тут Коу даже в плюс вырывает, сейчас спорки везде какие-то строятся. Гейтов Коу добавляют, это 6 гейтов адепты, смотрите, сейчас будут. Я не знаю, к чему это все приведет, конечно, но это много адептов. Залетает иллюзия, Беллинг Нест Кога делается, рабов надо побольше Ване строить сейчас. Ну, 3 хатки есть, как бы, у него 3 добывается, лингов он не демонстрирует, сколько у него, а лингов у него достаточно много. Оверами вообще не контролит ничего сейчас. Острова на этой карте, где острова, это просто, ну, необходимо контролить обязательно. Вообще он не контролит никак. Это полный фейл. Пошли адепт вперед, ну хоть овером здесь Ваня видит, и то хорошо. Сейчас надо масить лингов и беллингов просто немерено заказывать. Ну, у Вани газа только на 5, нет, на 6 бейнов будет. Ну, хоть 6, и то хорошо здесь в такой ситуации иметь. 3 овера делает, supply блок просто не в тему. Но лингов много пока и так, но без бейнов они... Пользователь РК активировал премиум на ваш канал. Спасибо всем за премиум и за все спасибо, ребят. Адепты пытаются зайти на мейн. Сентри здесь, филдов не видно, наблюдая. Падает одна сентри, падает вторая, не падает. Пытается отбиться Ваня. Адепты туда-сюда гоняют. Они не будут никуда телепортироваться. Сейчас, естественно, лингов масс просто строится. Так, сентри сгрызаются, адепты. Адепты с сентрями здесь хорошо дерутся. На второй базе надо бой принимать. Линги криво заходят, бейлинги сзади где-то. Куда в одного адепта-то всех бейнов Ваня... Сейчас вгрызается вообще. Ну, на мэне хотя бы отбился. Королеву, правда, потерял. На третьей базе пока отбиться не может Ваня. Адептов все больше и больше становится. На третьей вроде как отбивается. Но на мэне просто так не отбиться без бейнов. Ребят, слишком много адептов. Линги накидываются. Линги сгрызают центрю. Ну, через адептов вот так вот прохладно бегать, контролить. Это, ну, печаль. Бейлинги нужны сейчас абсолютно точно. Бейлингов вообще нету. Деморфит и беллингов сзади где-нибудь. 50 на 80, 2, 1 пол. Ну, это, конечно, фейл со стороны Вани. Честно говоря, он просто нервничает. По-моему, что он делает, я не понимаю здесь. Но Ку выигрывает. Он, в принципе, готов был к агрессии такой. А Ваня очень агрессивный зерк. Ну, тут, в принципе, все предсказуемо было, да. Агрессивный зерк делает агрессию. Так, ребят.
Так, ну что, Ваня говорит, браток, как зэ, жду оппонента. Ну, можно не ждать прям за компу, можно походить, отдышаться, как бы, и подготовиться к следующей игре. Вчера я не видел, к сожалению, игру Strange, и не стримил я вчера его игр на турнире под названием ВЦА. Так, ну вот медаль, да, пусть отпишет Изарду просто и все. Он там объяснит ему, что да как нужно сделать. Логотипы там, все дела. Почему сам не участвую? Потому что не участвую, не собирался. Я участвовать и не собираюсь. Вот, и в отборочных не играл, и здесь не играл. Thank you.
Да, я грубил на ладере. Грубил, потом ГГ много писал просто, и все, больше не грубил. Вот. И будет писать еще, если будем играть. Я думаю. Вот. Я тоже всем грублю на ладере. Что тут поделаешь, как бы. Ничего страшного тут нету. Ну что, ребята, XZ против братка, ТВТ у нас здесь. Ну, в первой игре я предсказывал, что Ваня убьет Коу, но, к сожалению, Ваня Коу не убил, но было очень-очень близко на самом деле. Здесь в предыдущей партии браток теперь против XZ бьется и... ТВТ-шечка у нас. Братка, реактор факта. Рипер Гелиончики с реактором. У Экзе, у Воротка то же самое. Так, Солен Виктус. Привет всем, кто со мной смотрел вчера ночью Блая. Выспаться, ну как успею? Я 5 часов с небольшим поспал. И опять же, как бы я хотел поспать больше. Поставил будильник позже, но встал, ну, видимо, по режиму, я не знаю, просто не заснуть было. Сейчас я реально мертвый какой-то, если так, честно говоря. Вот. Просто, ну, самочувствие плохое. Ну, я думаю, сегодня день выдержу и посплю пораньше, просто лягу и все. Посмотрим, что там будет, в общем-то. 4 гелика едут, Рипер едет вперед. Заезжает XZ, это было слишком нагло с его стороны, это минус XZ, ребятки, в этом врыве я имею в виду, еще пока не в игре в целом, но на самом деле с таким началом и играть тяжело всегда. Ничего не убил он абсолютно, просто смотрите. Ну, Рипер Гелион, да, браток, потерял, но все остальное это живет, есть банши, все это вперед летит, инженерки там и там строятся. Здесь XZ еще ЦЦ-шечку в наглую собрался, что ли, ставить, похоже на то. Но пока она не ставится. Циклон делается. Банша летит вперед. Но сейчас-то гелики заедут у братка вперед. Вот в чем прикол. Банша плюс гелики. 5 гелионов и одна банша. Это ответочка просто для Экзе будет катастрофа. Если браток еще жег бы рабочих вместо бункера. Все, браток начинает жечь наконец-то рабочих. Банша тоже здесь. Печаль полная на второй базе. Минус вся вторая база. Дома туреточки строят туч вовремя. Я уверен, что это 1-0 практически стопроцентно для браточечка.
Приезжает циклон от циклона, банша сейчас свалят. Спокойно абсолютно. Ну, депошки, не надо пробивать так нелепо геликами. Сейчас браток что-то тупит. Ну, здесь банша просто к нему прилетела. Так, пытается браток надемажить. Циклона пытается минуснуть. Ну, это было плохое было такое. Ну, вот сейчас браток, вместо того, чтобы просто уехать геликами, все сделать четко, зачем-то все отдал. Но, посмотрите, он здесь отбился, у него все замечательно. 40-22 по рабам. Так, циклоны опять приезжают. Медоед постоянно пишет, какой крутой он и БМит. Ну, не знаю, он мне что-то в последнее время не писал, какой он крутой, потому что, ну, всем уже давно известно, что никакой он не крутой. И нет смысла и БМить, поэтому особо-то... Так, ребят, по поводу всяких там портретов, как бы, не обращайте внимания, просто, ну, не думаю, что имеет смысл не допускать там на турниры из-за этого. Просто каждый свое слабоумие показывает разными способами, как бы, вот и все. Тут нужно относиться к этому так, и никак иначе. Так, и не надо флудить в чатике, короче. Прогоняет браток баншу, прогоняет все. У братка тут циклон, у братка мех вообще пошел. А здесь тоже мех, кстати, какой-то. Опередил я всех. Смотрите, как ровно гелики демажены. Если у всех не просто там по 30-29 хп и... Сколько-то еще? А по 31 у трех мариков. То есть одинаково они дэмэджа получили. По-братски, ё-моё, разделили на всех дэмэдж. Выходит браток в центр. Экзе летит баншой. Тут прям рядом. Нужно захватить же ее. Что же ты... А вот она, банша. Вот она летит, браточек. Ты что, не видишь, что ли? Начинает циклона шатать банша. Экзе. Циклона зашатал, но браток здесь уже практически у Экзе, ему просто надо убивать оппонента и все. Ну Скайн где? Вот Скайн пошел. Банша падает, здесь минка у братка уже поставлена. Почему синее пламя он не сделал? Ну все, минку надо взять, зайти убить просто, по-моему. Что браток и собирается сделать сейчас, он прекрасно понимает, что здесь надо убивать. Захватывают циклоны, все, викинги садятся, циклон, еще не все, они геликов захватывают сейчас. Гелики плюс, так, викинги плюс циклоны, братка пытаются подраться. Дерется он как-то, честно говоря, я бы не сказал, что провально, но мягко говоря, не ахти, он здесь подрался. Разменялся криво очень. Ну, 8 КСМ их сбрил, в принципе, по лимиту лидируют до сих пор, но а вот это Эрк уже... поддержал криво. Ваш канал на сумму 170 рублей. На респектовый диван. Спасибо, Верк, тебе большое. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Поддерживайте меня и мой канал, соответственно. Хорош в чатике флудить. Сейчас банить начну всех нахрен, короче. Вот. Вы сами больше флудите. Что-то орете, ё-моё, там лишнее. Я все сказал, как бы, мне больше здесь нечего комментировать. Готов.
Ну что, браток идет добивать. Вот. Нажимает здесь браток, что два тура, викинги, гелики, хелбаты здесь заходят. На третий тоже хелбаты, туры здесь просто громят вместе с танками, вместе с хелбатами. Все на второй базе, циклоны падают, все в клан. Нужно фокусить циклонов, только браток этого не делает, почему-то странно очень. Хелбаты шатают третью, здесь еще врыв хелбатов идет. Ну тут печаль, беда, конечно, рабочие падают, очень много демеджа получает экзе здесь. Браток сиджится, сейчас разваливает все в мясо просто. 63-126, уже четвертая добывается, уже везде все добывается. Да, конечно, там не идеально абсолютно разменивается, но этого фактически достаточно сейчас. Заходит братук, дожимает, в общем-то. Слишком много здесь юнитов, банши все падают, все везде падает. ГГ пишет XZ. Нет, я на турнирах сейчас не играю, Сварог.
Пользователь HLS подчеркивание Лучарт активировал премиум на ваш так, канал. Спасибо, Лучарт, вторая игра. Вот. Улучшение завершено. Пристройка завершена. Наши КСМ атакованы. КСМ готов. Брось с дороги! Наши КСМ атакованы. КСМ готов. Зададим им жару. Так, ребят, все, давайте продолжаем смотреть. Чат я скоро сейчас буду успокаивать. Вот уже очень-очень скоро. Поэтому предлагаю всем самим успокоиться. Вторая игра, ребята. 1-0 браток уже ведет. В этот раз начало какое было. Браток подрезал рипера и 4 КСМа. А здесь потерял сам только 3 КСМа. В это время рипер опять прилетает. И опять рипер шатает добивать рабочих. Куда ты стреляешь, браток, а? Так, нужно порегениться немножко. Нужно попытаться уйти. Еще можно дронов подрезать. Ой, КСМок подрезать. Еще одну взрывает, браток. И даже ушел. Посмотрите, еще 3 подрезал. В это время гелик приехал. Что-то минуснул там. 23-28 по рабам, уже захватил преимущество гигантское здесь. Так, прилетает. Дропчик особо ничего не сделал здесь, дроп. Ну, пару рабочих экзе все-таки братку убил. Лимит вообще равный практически на данный момент, смотрите. Здесь у нас инженерочка еще ставится. Плюс 2 барака пошло. Переход идет био у братка. Что у нас у братка? Непонятно, что мех или био будет в ближайшее время. Давайте так, чтобы сразу уже было. На подольше. Летает браток большой. Банша пока что без инвиз. Все, инвиз готов. Рубается инвиз, и браток полетел на мейн сейчас. Системы работают.
улучшение. ТСМ готов. Так, дропчик на мейн. Здесь отгоняет, в общем-то, браток. В общем, преимущество есть на 10 рабочих, есть третья ССС-шка. Выход опять идет мех, браток мех полюбил очень сильно, вот. Всех комнатных историков сейчас выпилим, мы не волнуйтесь. Поэтому и комментирую поменьше, потому что я не знаю, что вы сидите, Илюх, там, да, ну, я не хочу отвлекаться, поэтому пилить надо на 20, там, 30 дней, на 10, 5, не знаю, чтобы просто не, возвращения не было сюда пока что. Не надо даже отвечать всяким дебилам, короче. Давайте смотреть. Со следующего сезона, как бы... Я поговорил с Изардом, будет следующий сезон еще впереди, ребята, и... Там этого всего уже не будет, я думаю, сейчас уже на ходу менять нет смысла, как бы ничего. Короче, браток бомбит 102 на 60 по лимиту. Здесь абсолютный просто разгром идет. Четырнадцать на 70 по лимиту. Ну тут все как бы понятно уже в этой игре предельно. Погорело все здесь у Экзе. Это две смешные десятки турели, которые моментально уничтожены, оказывается, тут два марика бегают. Короче, ждем уже добивания. Сейчас я... База атакована. Я вляпался. СМ готов. Зададим им жару. Пристройка завершена. ГГ пишет. Это изи 2-0 для братка. Ждем мы победителя.
Да, забыл я про 170. Всех приветствую, ребят. Ждем игру мы. Браток против Ко у нас. Матч Венеров сейчас. Всех приветствую. Помните, что поддерживать надо меня и мой канал. Естественно, ждем турнир. Вот. Ну что, ребят, ждем начала. Все готовы вроде как. Очень резко стартуем сейчас. Мэджик сам паузы вроде просил делать, а тут прям резко старт у нас будет. Ну, надеюсь, что все готовы и будет все в порядке. Так, извини, Пилигрим, но тебя я тоже выпиливаю. Вот, браток против Ку начинается. Почему? Потому что уже достало. Только сейчас вот я успокоил чатик, выпилив там нескольких активных товарищей вообще напрочь. Вот, ну, со следующего сезона я как бы проведу чистки в этом плане с игроками, чтобы, ну, такой хрени не было. Условия будет т.д. Опа, спасибо тебе, Куксдог, за призовой. Все. Спасибо большое. Голосовалку сейчас запилим. Браток против Коу. Так-то бьется. Заходите все сюда. ТСМ готов. ТСМ готов. Больше людей, конечно, за братка. Улучшение завершено. Вооружен и ТСМ готов. ТСМ готов.
что, ребят, продолжается битва. Адепт от Ку приходит, 4 марика у братка есть. Больше мариков пока что нет. Адепт пытается зайти на мейн. Ну, тут уже никуда он не зайдет, понятное дело. Так, пронаблюдает рампу. Ну, спалит факту. Фактурка криво стоит. Когда вы такие билды бронируете в ранний стим, ребята, никогда не ставьте вот так вот факту, блин. Это все спалило вообще весь билд на самом деле братку. То есть здесь с реактором ты видишь количество мариков, вот если Ку соображает, то он сразу поймет, что здесь забил, что здесь билд в ранний стим вообще как бы. Почти уничтожил браток адепт, ну почти не считает, сколько марик-то пошел. Великолепное в кавычках решение от братка демедженного марика прям под адептом куда-то повести. Взял, отдал марика на ровном месте. Но это как бы мелочь вообще. Пока что это как бы мелочь. Но! Смотрите, что происходит здесь. Это 6 гейт блинк пуш, как любит, например, Стрэнши. Вот такую билд вообще под ноль контрить то, что делает браток. А браток делает билд марики со стимпаком ранее. То есть ни минок, ни танков. Здесь пока что нет. Это полная печаль. Я думаю, что это Ку изи здесь будет, как бы, в этой игре. Скорее всего. Хотя, еще рано об этом говорить. Возможно, и не так. Доварпливается еще сталкер. Не знаю, что там выскакиваешь, когда ты гуглишь. Ну, это все забаянили просто с этими помидорами и все. Надо гуглить уметь. Проверяет браток, где же Ку. Хотя лимита у братка больше намного, смотрите-ка, боевого. И в принципе, ну вот сейчас, когда вот хотите сбить апса, не надо стимпачить вот большую часть армии. Надо просто стимпачить 4 марика и сбить этого апса. Здесь идет Ку, браток видит прекрасно сталкеров всех. Принимает бой, на муве подрезает сталкеров, призму сейчас просто. Вообще хорошо действует. Это провал для Ку, ребят, сейчас только что был. Ну, я был не прав, просто уже ГГ браткун. На самом деле, контрбил был у Протса. Ну, браток... Куксдог очень... поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. На диван. Спасибо, Куксдог, очень приятно. На самом деле, браток сейчас понял, что делает Протас. Каким образом понял? Он ничего не видел. Браток просто понятливый, как бы, по жизни, в общем-то, на опыте старом Старкрафта. Он понял происходящее сейчас, и в итоге вот здесь врыв произошел на мейн. У Протаса это никак не связано, то, что браток понял этот врыв. Просто браток подготовился к сталкерану, сейчас вот уже, например, он теряет на ровном месте... Медивак свой. Обсервер пытается улететь. Браток не успел просканить, сбить. Ку молодец, отвел его. Третья цешечка запилена. 94-81. Ниндзя Нексус пошел. Ну, кстати, ничего пока такого сверхпечального для братка здесь не... Опа! Стратег. Ку, смотрю прямо. Спасибо еще раз тебе, Куксдог. Спасибо всем, ребят, очень приятно смотреть вновь СНГшный турнир свой, который мы организовываем, а не какие-то там всякие не наши турики. Здесь чисто все свои, и все по-своему, как мы хотим. Ну вот пацаны решили 50 тысячами ограничить призовой фонд, а остальное все на следующий сезон пилить. Я на самом деле против такого решения, но не я организовывал как бы изначально, поэтому и... Пошла,
Так, почему шрифт такой маленький? Я чуть не понимаю. Идет контакт здесь, ребят. Бьются игры. Что за дерьмо-то? Пошло-поехало. Улучшение завершено. К бою готово. Давай, удиви меня. Вижу все под... Пристройка. Чё, ладно, потом с этими моментами всеми разберусь, ребят. 133 братка, 109 ку, браток третью сычку все-таки достроил, у ку много реально сталкеров, добыча на ниндзя-нексусах уже начинается, два респа добывается у бродца, это просто фантастика какая-то здесь происходит, масс-сталкеры, это полный бред вот против такого микса, это вообще такого бреда я давно не видел, со штормом может быть еще, да? Вот, все, ребят, больше не отвлекаюсь, спасибо, всех добавил поддержавших, очень приятно. В общем-то, ждем продолжения. Может быть, сегодня немножечко Shoutcraft Kings постримлю я. Это будет чуть позже, но к 6 часам я где-то завершу примерно. 3 сэшечка вылетает в центр. Браток здесь ходит до сюда. Сканов, чтобы сбить все обсерверов, нету у него просто физически. Ну, сейчас нужно братку, в общем-то, за вот эту группу делить почти напополам. То есть не напополам. Вообще вот это. То есть брать большую часть этой группы и идти вот сюда, а немножечко оставлять вместе с этими. Либо вообще всеми идти, прирост оставлять, да, здесь как бы. Идти атаковать. Но вместо того, чтобы это делать, браток бегает, что-то стимпачится, теряет энергию. Все, лечить уже юнитов нечем, а просто даже нападать не собирается. Скоу просто разводит братка сейчас. Сталкерами ходит, у него уже... 60 пробок, у него вот этот респ нужно тоже раскачать. Здесь он отстроился, вроде как вот этот не раскачивает. Здесь надо третий нексус, наверное, ставить. И просто архонов добавлять в матшторм. Газа вообще немерено стало уже. И делать микс такой. Штормовички, архоны, зелки с чажем там. Ну, обсерверов несколько добавить. Так, браток не понимает, что сейчас происходит. Просто абсолютно. То есть он ждет чего-то там от Коу. А чего он ждет, я даже не знаю. То есть вроде как его разводят, и это же очевидный момент. Так, Викинг плюс Либератор на мейне призму сейчас убьют. В это время браток в центре просто шатает сталкеров. Очень много подрезал сейчас. Или не очень много подрезал. Ну сколько-то подрезал явно, Коу отступает сейчас. Браток это видит, куда отступает его оппонент. Нужно с двух сторон сейчас перехватывать, отсюда группу заводить и шатать этих сталкеров. Просто принимать сейчас, знаете, они в ловушку идут и... Это 100% расклад. Вот эти группы нужно встречать сталкеров. Браток, что ж ты делаешь-то вообще? Так, да, варп на мейн идет. Сталкеры сейчас зайдут на мейн. Но браток рядом, очень близко находится. Сверху принимает. Снизу надо обязательно тоже принимать. Фокус идет вниз. Нельзя давать уйти только ни в коем случае. Идет Коу вниз. Будет, блин. Просто его с разных сторон браток громит. Это вообще в мясо просто здесь из сталкеров. Здесь тимпак, он, блядь, без стима, что ты делаешь, Паша, ё-моё, без стима, без всего вообще. Меня сейчас припекёт вообще. Нажми ТТ, они вообще как орешки лопнут все. Даже не орешки, орешки... Об орешки зубы можно сломать, а здесь не сломал бы ничего. Так, призма подрезается за счет экономики. Самое прикол, что Протос за счет экономики восстанавливается сейчас. Грейды у Коу даже лучше, чем у братка. У него есть шторм, он сейчас может отстроить вообще еще зелков и архонов. И вообще все замечательно будет. Адепты пришли пошатать. Адептов надо убить, уничтожить. И что-то сделать. Здесь браток на стиме идет. Смотрите, как он сталкеров просто пробрил и пробривает все здесь. Мейн сейчас Коу потеряет, но я думаю, что здесь браток не должен упускать после того, как он этот мейн убьет. Из-под уверчажа браток вышел, один уверчаж, что он, черт побери, сделает этой армии, иди ты убей уже, все нафиг здесь просто в мясо. Пошел скан, на мейн заходит браток, мазеркор уверчажа вообще не выставляет, Коу сконцентрировался на атаке здесь, но браток сплитится, юнитами своими добивает просто толкеров, штормов явно здесь не хватит. Братка слишком много, он убивает мейн оппоненту.
Ну, Ку пока сдаваться не будет. У него два респа. Конечно, он переселился. Ну, катастрофа потерять весь мейн здесь, ребята. Дарк успел наварпиться. Нужно сканить еще сюда обязательно. Что браток и делает. Сканов припас очень-очень много. Здесь вроде как отбивается. Сверху адепт пытается зайти. Я тоже думаю, отобьется браток. Но экономику Ку изрядно потрепал оппонента своего. И по рабочим больше до сих пор, что у него самое главное. Саплай блоков никаких нету. Ничего нету. Браток пока вообще не понимает, знаете, что происходит. Минус туречка на третий, ребят. Браток возвращается здесь, собирается отбиваться уже. 2-1 грейды у Ку, у братка такие же абсолютно 2-1 грейды. Ку пытается тут мариков фокусить. Прям прохладно очень на 6 адептов, по 6 адептами фокуснуть 4 марика. Выгодный в кавычках размен. Но у братка, знаете, в чем прикол у братка? У братка уже просто, ну, эта армия существует фактически независимо, как бы, от государства. Это уже какой-то рейдерский, в общем-то, флотец такой. Почему? Потому что здесь... Привет, Паш, все в порядке. Потому что здесь уже 12 медиваков. 12 медиваков значит, что стимпачиться можно тут практически до бесконечности этими юнитами. Ку пытается гиты восстановить, пилон сразу уничтожен, гиты тоже будут уничтожены. Браток пытается разведывать. И куда он разведывает? А вот он, все правильно, он разведывает. Архонов здесь встретил. Опа, а что здесь, логово архонов, как героев, что ли, да? Рандомные, ну, Коу здесь нанимает их, да, походу, в каких-то зданиях на карте стоящих. Нет, в Старкрафте такого не бывает. Не просто так архон оттуда выплывет, смотрите. У Коу две планеты просто. На одной архоны живут, на другой роботы. Переиграл кто-то, по-моему, в компанию Лотва. Или вообще, в принципе, в компанию. Это планета роботов, а это планета какая-то айурская. Или, я не знаю, Шакурос, наверное, даже. Хотя не архоны, на жили на Шакуросе, Даркиш только. Так, подрезает браток пилон, дестабилизатор не успевает выйти за пару секунд вообще до готовности. Браток загружается, передропывается немножечко в другом направлении. Мародеры Марики шатают просто мясо, прилетает еще на стимпаке много-много народа. Один респ уничтожен, но на втором-то более ценная вторая база есть, на второй респ он более ценен для братка был. Дестабилизатор готов, залп пошел, но моментально уничтожен. Второй армор браток делает, неужели? Пришли 4 архона, масс-шторм. Третью базу ушатывает Ку братку. Ку, у братка только боевой лимит устается, он даже ЦЦшку не увел. Реально это шанс для братка проиграть сейчас. Штормовиков фокусит, молодец, братан, сейчас. Но не дофокусил, а только по шторму отдался. Еще архоны здесь пацанам. Блин, а это так и проиграть вообще можно. 44 лимита, но экономика здесь есть. А, ну браток уже дроп здесь он предпринял. Уже шатает, молодец. Все правильно здесь. А, здесь пилон отключил. Нет, здесь слишком много идет братка. Но у него все разделено по частям. Ё-моё, мадиваки отдельно идут. Юниты вообще с разных сторон заходят. Нужно брать все и с гастами и либераторами. Идти вперед, фидбэки сейчас будут. Грозно просто можно убить. Здесь можно штормовиков. Браток заметит и замечает браток, но... Это не браток замечает, это сами пацаны заметили здесь, но ё-моё. Когда ты браток, пацаны даже сами штормовиков замечают. На самом деле шутка, конечно, они просто видели и сагрались. Это у любого бы заметили, если бы так шли. Но то, что браток их не простимпачил, это был фейл. Но браток в любом случае дожимает. 84 на 47. Подрезается пилоны, это ГГ.
Ну что, ребят, заходим в следующую игру. Кстати, чуть план Коу не сработал. Еще бы чуть-чуть бы. И он бы перевернул бы игру, ребята. Если вы внимания не обратили. Так, или да. Ну что, ребят, не спасла Ку-планета роботов и Айур от вторжения тиранов. Почему? Потому что это не просто тираны. Это мафия тирана, это браток. Это old school и браток, в принципе, неплохую форму.
Так, ребят, все. Отвлекся буквально на секунду. Следующая карта, новый Геттисберг. Стандартно действует газ Нексус. Кибернетка у братка, барак, поздний газ какой-то странный очень здесь. У него странный билд, хоть не знаю, обычно так не играют в последнее время тираны. На мейне 16 пробок сейчас будет, или уже их 16, уже их 16, точка сбора на вторую стоит, рано вот так точку сбора ставить на вторую, почему? Это называется лень, в каком плане лень? В том плане, что лень игрокам просто установить 3 рабочих на ближний, ну, на дальний минерал, а безусловно выгоднее установить сюда 3, чем чтобы он вот так вот катался, конечно он больше здесь минералов успеет принести, то есть 5-10 минералов ты выиграешь за счет одного рабочего. Ну, в принципе, он недолго здесь катался, то есть, в принципе, можно и сюда было перевести. Просто многие поставили 16 пробок и не хотят как бы им мешать. А на такой стадии, ну, ничего сложного в том, чтобы еще рабочего сюда поставить нет абсолютно. Так. Здесь пилончик пошел на второй базе, так что варпить на него можно было. Юнитов адепт заходит, посылается иллюзия. В этот раз браток факту сныкал. Ну, молодец. Молодец, что сныкал. Конечно же, ее так тяжелее гораздо будет заметить. Ну, здесь немножечко и расклад другой. Оракул строится, браток что-то пока не особо тут готов. Хотя, посмотрите... А до Оракула еще 10 секунд было, ну сейчас уже меньше, конечно. Блин, до Минки еще 20 секунд. Ну пока летит Оракул, если браток успеет Минку окопать, тут ведь еще надо лететь, избегая препятствий, ведь он может сейчас вот встать и тупить начать. Нет, Коу специально через верх пролетает. Минка сейчас выйдет, на мейне будет Минка, здесь Марики. То есть, в принципе, браток братка будет все защищено нормально. Минка выходит и копается под минералик. Хорошо, Минка окопалась, Коу залетает прямо сюда, минус Оракул. Все, 2 рабочих. Нахарасился Оракул. Браток здесь грамотно отбился, я считаю. КСН приходит, Коу 2 штучки пробивает, третью не сбрил, мог бы и третью сейчас сбрить. Ну, за 4 КСНки, но Оракул-то потерян, как бы и... Ничего хорошего в этом нет. Сейчас, конечно, еще один будет. И третий Некс уже почти готов. Вот, ребят, всех рад видеть. Сегодня стрим будет не дико долго. Я уже говорил, вечером день рождения. В воскресенье завтра приходите, будет долгий стрим. Понедельник, вторник тоже, я думаю, будет у нас там стримы. И не слабые. За внимание всем спасибо. На главной странице, ребят, выложен вчерашний. Вот я вчера пришел и в первом часу ночи решил постримить, чтобы Лай играл с Нибом. В общем-то, вот выложен. Там в воде какие записи. Там Снуд против Полта игра. Блай против Ниба игра. И Блай против Снута финал. Там игра, соответственно. Вот, смотрите, кому это интересно. Вчерашние тоже записи все выложены. Что случилось? Игра приостановлена. Что-то у братка случилось. Так, не понял, братка не садится здание.
Ну тут перья, я не знаю. Че за бей-то? Надо переигровку здесь сделать. Прикол, да. Может, Старпорт тупо жирнее факты? Но Старпорт с фактой однотипное здание. Такого не может быть, чтобы он не мог сесть сюда на реактор. Ну, такое, я не знаю. Может быть, что-то в чем-то здесь другом загвоздка. Но в натуре у братка сюда не садится, и он просто... Не, ну, браток, я не знаю. Браток этот... Мужчина, не мальчишка, браток сказал, да я тебя и так накажу вообще. Я не буду мошнить, вот этот виск поднимать там, как многие поднимают. Давай доигрывать дальше вообще, пофиг. Не зашатаю с одним медиваком, сыграем третью игру, зашатаю тебя в третий просто. Вот. Все абсолютно верно сказал. Приходит браток с одним медиваком и зашатывает, по-моему, он здесь кул вообще в хлам. Здесь уверчаш выставляется, Минкой немножечко тут обманул. Минку надо с био вместе было сейчас братку держать, он ошибается, что вместе не держит, мое мнение, как бы. Нужно было держать вместе всех этих юнитов. Кул здесь отбивается в итоге, оракулы, фениксы, там все дела... Мародер улетает на мейн, но мародер, в общем-то, здесь выживет. Но он ничего не сделает, кроме как снимет поля с гейта, поэтому это бесполезный, в общем-то, мародер оказывается. Четыре-три-один-один, да. Это был шифр от Мэджика. Это просто 3-1-1, в общем-то, новая тема. Игроки мутят здесь хитрые планы. Два либератора прилетают от братка на вторую и на третью базу. Да, пробок пострелял, он несколько штук. Три убил, но на второй вообще ничего не убил. Либераторы падают, так только подблочил. На мэйне браток тут через шиф что-то кривовато контролит. Продакшн большой. Достаточно таки. Но что-то Коу здесь переварпил уже. Похоже, что вот этот баг братку может стоить игры, потому что, ну, вот с одним медиваком братка выход был намного там слабее. Хотя я сомневаюсь, что с двумя медиваками он прям здесь убил бы, но дэмэджа мог реально больше нанести. Это кажется, что там фигня, а на самом деле... В плане вылечивания юнитов в два раза быстрее вылечивается, когда они в два раза дольше можно вылечить, потому что энергии-то в два раза больше. Блин, ну всех надемеджили, три феникса, точнее, надемеджили, но ни один не был забран. Это не очень прикольно, когда фениксы выживают. У братка все четко, оборона есть, тут стенок очень много. Здесь бараки, кстати, криво стоят, точка сбора будет вот так вот они выходить, скорее всего, это... Не очень, на самом деле, хороший момент. У Коу уже плюс 2 делается, у Коу и Мортл делается и Колосс. Так, 3 Мортла у него уже в миксе будет. Браток светит. Видит он, кстати, 2 Мортла, но он не видит 2 Роба сейчас, что здесь есть.
А ведь это важно, и нужно сейчас бустить не только вот эти грейды, а так куда нужно бустить? Ну нужно бустить, считаю, одну робу, где колосс медленнее делается, и грейд на рейндж, потому что без рейнджа колосс сейчас вообще особо-то и не полезно. Идет браток вперед, либератора отдает на ровном месте, ну ё-моё, ну как так-то, подконтролировать Паш надо, ну что такое, 143-166, вот этот выход, кстати, нелево как-то смотрится на фоне лимита процесса. И Ку выдвигает вперед. Ну, браток так, Силнагу за контроль здесь на самом деле бегал. Пролетают фениксы. Призму желательно бы увести здесь. Призму желательно увести здесь. Ревелейшн пошел на несколько мариков. Ну, они не смогут, конечно, подрезать призму. Призма на центре уже. Непонятно, что Ку сейчас делает. Лимита масс. Уже в темпестов готовится выходить. Ну, где же армия-то вообще? Зачем Кух Темпестов готовится уходить, я не знаю. Можно было просто убить бы, на самом деле, братка в лоб. Но решил, что надо, да, в Темпестов именно сейчас выйти. Здесь надо подрезать КСМ-ку. Подрезает КСМ-ку Викинга. Теряет на ровном месте. Феникса, простите, Викинга. Вот я леплю-то. Конечно, не надо терять. Два Темпеста, два Колосса. Уже самый лейт тут просто пошел. Ну да, тут как-то Коу... После начального врыва печального братка уже не собирается отпускать игру. Айурские колоссы у него делюксовые. Прошу прощения, не выспался. И сегодня 5 часов. Сейчас чувствую даже все-таки... Такая есть какая-то тяжесть в голове. Поспал мало вчера, блая, потому что решил постримить, а после стрима был возбужден, как-то перевозбужден, в общем-то, именно эмоционально, и не мог сразу заснуть. Посидел, немножко повтыкал, новости почитал, и только потом пошел спать, уже 4 часа было, даже 4:20 где-то, когда я спать ложился. Пошел замес! Ужасно бой Коу принимает. Ну, колоссы два еще с темпистами двумя идут. Пошел новый до варпы. Все-таки Коу здесь неплохо разваливает, насколько я вижу. Правда, либераторы здесь бьют тоже больно. Но все-таки достаточно вполне юнитов, чтобы либераторов убить. И остается такой костяк микса и мортла колоссы. Призма сзади идет, темпист сзади. Есть дестабилизаторы в продакшне. Пошел до варп. Можно много сталкеров хватит. Сколько гитов у Коу? 7, это крайне мало для такой ситуации. 4 базы, 7 гейтов, это смех просто. Здесь должно 12 быть уже гейтов с такого количества баз. Но их нету пока. Так, сталкеры сбривают все. Колосс сбривают с эмотлами все. Зачем-то Коу выступает. Варпает и юнитов. Варпанул 4, потом 3. Вот уже, ну вот на 3 юнита могло быть больше, потому что в предыдущий раз только 4 сталкера варпанулись, а сейчас сразу 7. То есть просто 3 было не использовано. Стал, ну, 3 гейта было не использовано, и КДшечка уже и в 4 предыдущих прошла. 166-134, все, что нужно сделать Процу, это вот сместиться сюда и атаковать вот в этом направлении. Все, ему не надо долбиться в планетарку. Вот. И все, это как об стенку просто биться зачем. Видишь, браток будет вычинивать и пытаться отбиться, и он будет успешно это, скорее всего, делать. Так, СС-шечка пока живет. А дестабилизаторов уворачивается, пытается пойти вперед. Ну тут что это вот против вот этого? Это ничто практически. Так, ребят, не обижайтесь, если я вас не добавляю в друзья, места просто немного там реально, и оно ограничено, нужно добавлять тех, кому попадать в стримы.
Так, ну что, ребятишечки, 1-1 и решающая игра. Всех я вас приветствую еще раз. Помните, что нужно поддерживать данный турнир, ребята. Но здесь нельзя отключать от блоки, как на мой канал при поддержке. Здесь надо только материально его поддерживать через турнир в турнирной системе вот Будгейма, соответственно, заходите, поддерживайте. Ну и, конечно же, меня и мой канал, ребята, от блоки отключать, премиумы там по реквизитам напрямую или через плеер. Вот. 1-1. Вполне возможно, что тот баг, из-за которого просто элементарно Старпорт на реактор братку было не посадить, подрешал. Потому что начальное давление у него просто не получилось совсем. Хотя он там неплохо бегал, может, если лечение было бы больше, может быть, что-то там и получилось бы даже. Ну и галактический процесс здесь карта. Депошечка барак у братка ЦЦшка и поздний газ, что-то похожее на предыдущий билд у него сейчас происходит. Пробок на мэниуку, возвращается 17-я сюда, начинает добывать, но нужно ее устанавливать, чтобы она не каталась, как бы другим не мешала, иначе все вот это будет туда-сюда кататься, надо устанавливать на дальний минерал, где могут 3 пробки добывать. Даты следите в сетке, следующая группа, все будет анонсировано. И адептик погнал вперед. Адепт что-то пытался туда-сюда проникнуть, никуда не проник. Факта Старпорт у нас здесь пошла у братка. То же самое, что и в предыдущей, в общем-то, игре он делает абсолютно. То есть это выход в Steam, но через минку, через одну единственную. Уку стандартный блинк сейчас. Но это не стандартный блинк 3 гейта, блинк 3 никс. Это похоже, что блинк либо 4, либо 6 гейт блинк. Что-то очень заранее кол начинает пробивать из камня. Зачем вообще ему вот эти камни сейчас сдались? Ну, хотя он просто так, в общем-то, в итоге сталкер просто бесполезно по ним постреляет. Я думаю, на этом-то все, собственно, и закончится. Здесь уже мародеры вовсю строятся. Один медивак будет готов, потом сразу два. Вот такой вот билд. Это из заминки, как бы, два сразу медивака тиран не получает. Но он получает чуть позже 3. Так, нет, газа у братка сейчас будет. Газ, туречка пошла на второй. На мэне есть минка. Все, окей. Марики строятся, мародер строится. Газа так и... Говорите, есть же газ. Почему браток медивак-то не строит? Ну, вот какая-то кривость по билду здесь. Медивак не строится, блин. Ну, щиты, конечно, заказаны. Ущерб щитам нет смысла медивак строить. Нужно еще один газ. Ну-то видно же, что по билду нужно газ еще один ставить. Что вот это за один медивак? Иначе, как бы, ну, просто бред происходит.
ходит браток зад-вперед, об сервера не видит, об сервер здесь висит, все контролит прекрасно. Здесь депошечки новые пошли. Ху, пробивает камни на 6 часов зачем-то, я не знаю. Зачем? Может, значит, здесь тоже надо пробивать, получается, вот эти камни. А смысл-то вот эти просто пробивать. Сталкеры ходят туда-сюда, браток копится пока, просто тупо копится. Разгружается призма, сталкеры здесь ходят рядом. Спалил браток, что здесь пробивает ку, все. Пока он пробивает, браток уже к нему придет на самом деле. И думаю, правда, нужно дефиться с либераторами, с максимальным количеством юнитом. Идти здесь нужно как можно быстрее, браток забегает, здесь абсолютно ничего нет. Ку камни уже пробил, будет заходить на мейн, но я уверен, что для братка этот размен даже в плюс. Так, пошел давар, тем пачется браток, отступает назад, либераторов нужно раскладывать, сейчас сразу же на минке Коу блинкается, минка своих КСМ же дэмэджит очень-очень жестко. Марики тут дэмэдж наносит, в итоге браток приходит, просто пробревает пилоны с уверчажами сейчас. Пилоны падают, здесь просто пробки падают вообще в секунду, похоже на то, что для братка удачнее этот выход складывается. Здесь и минка есть, здесь еще и мародеры, в общем-то, убивать. Браток приходит. На мейн надо пробок убивать сейчас. Так, одна пыталась уйти, ни одна не ушла. Здесь надо пилоны везде сбривать, сбривать Нексуса. Сейчас будут еще дарки. Если Коу сейчас настроит дарков, ребят, то для братка это будет катастрофой. Почему? Потому что у него не будет сканов в ближайшее время. Гиты надо сбивать все просто. Сейчас варпается дарк сейчас. Пилон сбивая, браток. Где он варпается-то? Да пилон сбивает! Что ты сбиваешь-то, ё-моё? Куда, браток? Что делает-то вообще? Не понимаю. Кстати, если пилон на гите, с которого... А, уже варпанулся. Наверное, уже ничего бы и не помогло, скорее всего. Ну, все это ГГ братку, ребятки, скорее всего. Я уверен, что здесь уже и не втащить-то ему. А в сервере прилетает, да, здесь есть два мародера. По сталкерам успевает попасть здесь. Кстати, сталкеров остается всего 3 штуки. Это реально мало. Браток пытается вычинить туретку. Туретка упадет сейчас. Ну, в элиминейшн, кстати, браток, скорее всего, ху выиграет. У него 0 пробок, ребята. Я уверен, что по демеджу у братка здесь все прекрасно на самом деле. И он сможет тащить из-за этого. Дарк где-то рядом там стоит. Нужно кибернетку сбрать. Главное, братку не стимпачиться с перебором здесь. ЦЦ-шечку нужно посадить. Мародер вылетает. Тут двух сталкеров еще пытается пробрить. Не пробрил, черт побери. Коу не дает сесть. Да куда ты побежал-то? Ну, ё-моё. А, ЦЦ-шку хочет браток прикрыть. Ну, давай, прикроет браток ЦЦ-шку. Давайте. Здесь, к примеру. Всеми перестимпачится так в мясо, браток, куда же ты так стимпачишься-то адски? Ху пытается уйти, уходит. Ну и что, мула надо кидать, нужно вычиниваться как-то, ресурсов-то нету. И что, браток, сюда прибежал, а вот КСМ-ка приезжает. Кидай мулов куда-нибудь, дистанс майнинг нужен, ресурсов на вычинку нет, ну 13 минералов, что ж ты не видишь, братишка, ё-моё. Что браток творит вообще, понять не могу. Топается прямо на сталкеров здесь. Это бессмысленное действие сейчас абсолютно от братка, конечно, какие-то. Я просто понять не могу, что он хочет здесь делать. Дарк идет вперед. Коу такой тупеж сейчас делает. Вот он, Дарк же идет! Куда ты побежал-то? Вот же он идет! Ну, ё-моё, браток, мимо проходит. Такой тупенчес просто сейчас происходит. Это чудеса просто какие-то на виражах. Братка вырубилась голова сейчас. У него просто выключилась голова, ребят. Он не видит, где у Коу Нексус. Просто что-то бегает по карте. В итоге остается без скана, без всего. Здесь на мейне есть минка одна, единственная. О, улетает прямо рядом с сталкерами. Нужно разводить. Да иди ты вперед, браток. Лети ты, здание ему убивай. Ну что-нибудь делай, в конце концов. Браток пытается тут что-то сделать, в конце концов. Как. Фугасов нет. Это катастрофа на такой стадии. Фугасов не построить. Все, сталкер один всего лишь остается. Здесь надо разгружаться. Просто пробку сбрить и убивать. О, вообще нет. Последний. Дарк пошел прикрывать. Все, надо здание убивать. Это ГГ, в общем-то, собственно говоря, для Коу, скорее всего. Я не думаю, что у него есть какие-либо шансы просто здесь защитить свои здания. У братка все взлетит, как бы.
и он Коу ничего не сможет сделать, как бы, с этим. У него всего лишь Дарк здесь. А здесь, конечно же, Нексуса не будет сейчас. И Протус никуда своими зданиями отлететь не может. Вот что самое главное. Чудеса на виражах, но браток сообразил, что надо элиминейт. Ну, сейчас оппоненты ведь... Ну, он просто не видел, что у него здание... он видел, что здание, точнее, не открыто сейчас у Коу. Почему он это видел? Да потому что здесь Нексус стоял. Вот он прилетел, убил, здание открылись, Коу пишет ГГ. Браток 2-1 с первого места выходит. Просто чудеса на виражах. Мое мнение, что в данной ситуации Коу просто упустил эту игру. Вот, то есть ему надо было просто-напросто фокусить по максимуму продакшн там и убивать ЦЦшечку стараться. У него немножечко не хватило для этого, в общем-то, юнитов. И все-таки он проиграл. Но браток затупил, то есть как бы здесь... Такая ситуация была, что предсказать победителя просто было нереально. То есть все зависело от ошибок игроков. Как браток сразу вот этим врывом мог минуснуть все? Он просто мог бы гейты отключить, никаких дарков бы не было бы вообще в принципе. Вот. Тогда бы, конечно, бы Коу сразу, фактически сразу бы ГГ ему было. Ну а Коу мог выпутаться из этой ситуации, попытавшись не дать просто сканов. Братку. Но сталкеров отдавать ни в коем случае нельзя было все. Так, реально ли для каких-то успехов, если тебе 20 лет и ты в алмазе? Каких успехов? Я не знаю, для кого что успех. Перейти в ML из алмаза. Орк поддержал ваш канал на сумму 280 рублей. Поми после дивана Еши будут сборы на что-нибудь. Не понял. Это ты меня заставляешь на что-нибудь еще собирать или... Или ты утверждаешь... Ладно, отнесу это к дивану. Если не к дивану, тогда напиши. Спасибо всем, ребят. Thank you.
Так, ребята, отвлекся, писал мне там. По правилам плей-оффа братух попадает на 2 на Блая. Блин, не надо было вот... Ни в коем случае не надо делать... вот этой всей шляпы, короче, чтобы... заранее было известно, кто на кого попадает. То есть, такую систему можно для себя сделать, как бы, но не надо ее афишировать, мое мнение, как бы. Чтобы игроки не подстраивались лишний раз, потому что, ну, кому-то может выгоднее туда, кому-то сюда. Так. Каких-то успехов в СНГ в ЕВ? Конечно, можно. 20 лет это еще очень мало, и если уже алмаз, как, если серьезно взяться за дело, много тренировок, много анализа, просмотра своих реплеев там и т.д., конечно, можно. Но то, что ты будешь начнешь деньги зарабатывать этим думать, как бы, это тоже очень наивно. Потому что, может быть, не начнешь, все зависит от тебя, может быть, а может быть и попрет, как бы, тут зависит от терпения. Чтобы выйти на стабильный уровень вот с такого на данный момент, это нужно, я думаю, это минимум год. Минимум год с задрота полного, чтобы в месяц играть игр по, ну я не знаю, там в день по 30 игр надо играть примерно год вот так вот, как бы. Тогда есть шанс, как бы. Вот, и то, как бы, лучшим, ну, если у тебя есть какие-то, предрасположенность, талант, как бы, к этому. Если нету, то тогда год, ну, или нету, или если он не раскрывается, то там он может года через два только раскрыться с такими темпами, как бы. Поэтому тут уже надо смотреть. Ну что, ребята, Экзе против Мани. Прибегают линги, проблемы у Экзе на второй базе. Просто в хлам, Ваня здесь все сгрызает. Я пропустил момент, пока распинаюсь о том, как добиваться успехов просто нереальных каких-то. Ну, на самом деле, сейчас нужно... Что? Нужно как бы на ВЦС стабильно проходить. Вот такой вот уровень. Если его нету, то как бы это плохо. Хотя уже конкуренция такая даже в Европе, что уже тяжело и сюда проходить. 17 КСМ, ребята, уничтожено. 28-15 по рабочим, для Эд-Тирана это катастрофа, безусловно, я даже не знаю, к нему отбиваться. Хотя вот тут Либератор прилетает, начинает ковырять. Спорочка сразу перекапывается, нужно, естественно, рабочих посылать. Не контролит Экзе вообще здесь ничего. Вот Либератора отводит, сейчас он улетел. Ване надо восстанавливать добычу, дроны встроят, как-то он пока медленно. Но 1-1 делает, то есть грейды неплохие, в принципе, здесь все неплохо. Линги, так, линги здесь надо вот здесь вот овера ставить, то есть надо видеть, когда гелионы уедут просто, и если они уедут, то тогда уже попытаться лингами врываться. Так, от квинделька 3 рубелька. Наши войска, ну что же. Ванша проверяет, нет ли где-то лингов здесь, а они здесь есть, ребята. И гелионов, ну, очень много вперед поехало. Я не знаю, как Ваня их отобьет, но я надеюсь, что он их отобьет. Он, по крайней мере, видит, тянет время, убегает, ну, вот он встал, и просто потеряно немало лингов здесь. Видит прекрасно Ваня количество гелионов, какое есть у оппонента. 38-27 по рабам, по лимиту Экзе практически сравнялся, но если Ваня сейчас геликов нормально примет, то все нормально будет. Миллионы в мясо сгрызаются здесь Ваня, ребята. Контр-забегание пошло лингами.
за всякие вопросы. Сегодня объясню так. Сегодня был уже пригар в чатике, и я побанил много людей, поэтому давайте не будем поднимать, собственно говоря, эту тему, ребята, так как, ну, в общем-то, придется опять мне банить людей. Весь день буду спрашивать, надо, чтобы быстрее экзе выбили просто. Короче, ребят, я еще раз объясняю. Не надо поднимать эту тему. Начинается горешь пердака у всех, как бы. На следующий сезон этот вопрос будет решен. Я уже, как бы, сказал, что не надо всех вот этих портретов здесь, как бы, Ализарду. Потому что я стримить даже спокойно не могу из-за этого. Здесь ничего не поделать. Короче, против, после начальных успехов Ваня теряет абсолютно все свое преимущество. Двумя либераторами Экзе просто его здесь разбирает в мясо какое-то. Здесь контр забегания лингами идет. Бейлинги идут вперед, да пропустит их, ёбар СТ, но не пропускает Ваня Бейнов. Взрывается в депошечку, лучше он бы в реактор, мне кажется, взорвался. Депошечка поднимается, но здесь на второй базе, по крайней мере, все будет уничтожено. Ваня еле жив дома, лимита у Экзе уже больше, да что ж творится-то такое? Но у Вани четвертая хата, тем не менее, есть. Беллинги сейчас будут заходить на рампу. Но здесь Хелбата уже есть. Ну что? Экзе больше рабов, у Экзе больше лимита, у Вани 1-1 грейды, у Экзе они отсутствуют. Ване надо восстанавливать экономику, Ваня строит собак. Ваня, ты будешь что-нибудь, кроме собак, когда-нибудь строить? Я вообще просто в шоке. Сейчас надо опять контрзабегание делать, блин, начинать. Так, пытается Ваня геликов окружить. Окружает часть геликов, очень неплохо он это делает. Грызает все в хлам. Ну, по экономике просто катастрофа. Экзе переворачивает на ровном месте. Посмотрите игру. Либератора элементарно Ваня не может выбить. Он с грейдом на рейндж, конечно. Как ты тут его выбьешь? Нужно делать контрзабегание. Контрзабегание сделать крайне сложно. Здесь либератор мейн напрягает. Видите, куда ты, Ваня, бежишь? Забегишь ты нормально, ё-моё. Линги бегут вперед. 1-1 грейды есть. Здесь дома ничего нету вообще. Ничего нету. Ну, у Вани и на Бейнов-то особо ресурсов нет. Вот что самое интересное. Здесь рабочие-то переехали. 4 минус. 32-49 парабам. На четвертой базе банши напрягают. Беллинги Ваня не морфит вообще беллингов. Какие-то уверсиры делаются. Зачем ему уверсиры, я вообще не знаю. Линги прибегают бесполезно без беллингов здесь. Ну, ему неужели непонятно-то это было? Короче, Экзе обескуражил Ваню рейнджом либераторов. Ничего не может сделать Ваня пока что. Есть 30 сэшечка, уже летит 105-77 по лимиту. Боевого больше, всего больше у Экзе. Есть атака на воздух, сейчас армор уже будет готов. ГГ пишет Ваня. Экзе просто унизил Ваню, в общем-то, мехом сейчас. Ваня не готов к меху. А линга-бэлинги всегда против меха были слабенькие. Короче, ждем мы следующую игру. Так, интересно, что должно измениться в следующем сезоне. С какой радости? Тебя не забыли спросить, с какой радости должно измениться. Вот.
Вот последним бы, если бы забеганием лингов Экзе вторую базу, Ваня бы Экзе вторую базу, 5 бейнов бы заморфил, пробил до пушки, забежал бы вот на, сейчас смотрю, на 11 минут, на 10.50 вот, то тогда бы он смог бы победить, мне кажется. Но он не смог этого сделать, ничего. Ну, видимо, Ваня не очень-то готов к меху. Короче, я с Ваней бьюсь, ребята. Пока следил, не уконтролил, я здесь. Мы что, ждем хост новый. Ну что, ребят, все готовы? Сразу в лузера меня запихали.
Так, последнее китайское предупреждение, ребят. Хотите что-то обсуждать, обсуждайте в личку, раз уж историков вы там врубаете комнатных, диванных. Вот. Только писи болит, Тиранвик говорит. Вопрос, болит ли попка после блая еще? А какая у тебя пися тогда, мне интересно. Вот. Ну ладно. Сейчас, короче, что-то я опять тут начинаю. Сейчас дойдет опять до чего-нибудь такого, что бомбенчик начнется всеобщий какой-нибудь. А последнее время спровоцировать его очень и очень легко. Роуч Ворон хочет экзе обнаружить. Ваня тут... Что Ваня вообще делает? Я чуть не понимаю. Прибегают линги, здесь маритесь. Линги бесполезные, Ваня. Бесполезные эти линги. Так, реактор, конечно, строится. Рипер пытается тут побомбить. Он что-то пытается облетать с разных вообще сторон, этот Рипер. Да стрельни ты, плюнь-то в него. Фу на тебя, ё-моё, говорят Роучи. Наконец-то уничтожен Рипер. На факте лаба. Я не знаю, что здесь Ваня хочет сделать. Ребят, 14 на 22 рабочих. Все, если он сейчас не начнет заказывать рабов прямо сейчас, то он проиграет просто эту игру. Вместо того, чтобы сделать танк и бункер, и тогда Зерк просто придет сюда и ГГ напишет, потом ему ничего не останется сделать. Зачем ты делает экзе сейчас циклонов? Какие циклоны вообще? Ты же видел, Роучи, что ты творишь вообще? Не раскачана база вообще. То есть тут очевидный просто Роучи Реведжера напряг идет. Без бункера циклон какой-то. Заходит Роучи Реведжера. Фаербулы на депошечку пошли. Депошечка падает сразу же. И Ваня просто заходит на мейн. Экзе Реведжера захватывает. Ну тут все равно марики-то падают. Ну да, одного Реведжера захватил, но марики уничтожены. Циклона надо тоже уничтожать сейчас. Фаербол пошел прям по КСМ-очкам. Хорошо, две КСМ-ки Ваня подбревает. Циклона бы фокуснул бы, было вообще неплохо бы сейчас. Ну фокуснуть циклона не представляется возможным. Окружает все здесь экзе. Ваня сагрился, вообще бредово как-то действовал, сейчас честно признаться. Короче, криво дерет, очень, я вам скажу, Зерк. Роучи еще подходят, но их недостаточно, чтобы убивать. Так, заказан Реведжер. Овера пытается их зафокуснуть. Аж смысл овера фокусить. Ну, хотя смысл есть. Ну, Ваня еще раз заходит, смотрите. И в этот раз циклон уничтожен. И это, кстати, уже... Хотя не банша выходит, ребята. Банша выходит. Пытается Ваня пробить, здесь две ЦС-шки с мулами остаются. Рабочих Ваня уничтожает, ну очень много оппонентов. Нужно строить рабочих сейчас, Ваня, я тебя умоляю, не строй ты просто юнитов боевых. Все, он понял, что здесь ничего не остается из экономики, практически ничего. Ничего это не значит. Практически ничего, это не значит ничего, потому что у тирана остаются два мула. А два мула для тирана, ребят, это может спасением быть. Посол сделал, а пись у него болит. Так какая? Поэтому я и спрашиваю, что там за пись это? Может, пись это, ну... Не мальчиковая, понимаешь, как бы.
Так, название чего я букву пропустил? Да, спасибо большое. Атакованный. Погодите, с буквами. Ребят, здесь жесть происходит. Опять реводжеры пришли. Опять начинают напрягать. Банши вынуждены вернуться назад. КСМ-ок шатай же ты, вонёчек. КСМ-очек. Вот они падают, КСМ-очки. Еще 4 штуки. 2 реводжера вошло. Юниты ценные какие-то здесь зашли. Я вам скажу честно. Еще КСМ-ку подбревает Ваня. Они очень далеко уехали сейчас. И мулы летят от ЭКЗ. 35, 28, рабочих 6. Поставь ты еще спурку, сделай ты больше. Сделай ты больше королев. Что Ваня делает? Мне вообще просто... Здесь 3 банши, 2 точнее. И он построил 2 королевы. Ну что за торможон-то просто? Ну построй ты 3-4 королевы, блин. Так, пошли. Криптуморы, экзе бомбит оверов сейчас, бомбит не слабо, здесь спорка доделать, здесь королевой надо отходить, но нужно демеджить за счет 8 ренжа контролить просто сейчас. Лэйр делать, я не знаю, там в конце концов переходить в шпиль, то есть что-то нужно делать агрессивно. Так, роуч строит, королевы вообще ничего не прикрывают, у Вани сейчас сныкались на мэне где-то, там сидит, боится, инвиза у банши, кстати, нету. Так, королевы идут вперед, не надо по одной только подводить ни в коем случае. Здесь еще королева строится. 2 дрона минус. Ну, Ваня делает 5 роучи, опять реводжер. Ну, куда ты роучами-то? Ну, зачем тебе эти роучи? Он опять собрал вперед роучи реводжерами идти. Ну, хватит, может, уже туда идти-то. Давай уже в макро выигрывать пора, может, нет? Нидус в конце... Вот Нидус, элементарный Нидус здесь может убить. Все нафиг. Это самое простое, что можно сделать, чтобы попасть туда вообще. Что-то бегает тут Ваня, непонятно. Подрезает очередного овера Ваня. Ваня экзе, у экзе 3 ЦЦшка уже. Ну, вот это просто самое тупейшее, что можно было сделать сейчас зергу. То есть играть просто тупой какой-то стандарт наземный. Зачем вот это говно нужно, которое стоит здесь, я просто понять не могу. То есть этим либо вперед надо идти, либо вообще не строить это было. То есть Баншу это убить никак не может. То есть нужно было выходить, стараться в... Естественно, какую-то воздушную сейчас, либо гидру, я не знаю, либо Нидус добивать. То есть, если тирану дать сейчас отстроиться, то это будет полный провал. Но Ваня решил, что надо проатаковать, и он сейчас на халяву может зайти. Это, кстати, хорошо, потому что банши, вон они здесь все дома. Шалят, как бы, у него. Реводжеры заходят, ЦЦ-шечка под ударом, смотрите. На депошечке пошли фаерболы, депошечки падают. 2 депошечки подрезает Ванища. КСМ-ки заходят, подрезает. Банши пытается вернуться. Да нафиг этот старпорт тебе нужен-то, ё-мо. На старпорте лаву подрезает Ваня. Реактор на бараке подрезает. Заходи дальше. Рабов шатай. Да какие тебе реакторы эти нужны? Ну хотя, в принципе, продакшн тирану сбить сейчас тоже важно. Так, КСМ пытается перейти. 2 реводжера забыл. Хорошо, что забыл. Пусть живут. Домой идут лучше. Они нафиг здесь не нужны вообще сейчас. 3 баншами тут экзе пытаются пошатать. Ну, на баншей с нормально. Вот, китаться фаербулами бить банши с нормальным игроком, но это как-то так. Так, изи, да. Не, мы все в курсе, что у Ваня агрессивный зерк. Я уж все не говорил. Че ты, Вань, такой агрессивный, я говорил просто эмоционально. Че, в школе обижают, что ли, сильно? Или что? Перебором он даже агрессивный сегодня был в первой игре. Вот.
Прибегает еще Линги, Ваня собирается покусать. Экзе 3 банши, быстро Лингов убьют здесь, это факт. 4 рабочих они заберут, но тут размены уже такие, я бы сказал, не ахти прям. Ну что мешает вот сейчас сделать Лэйр, Шпиль, я не знаю, Гидра Дэн, ну сделайте что-нибудь, что по воздуху бьет, но Ваня и так убивает Роучи Рейджами. А вот сейчас, когда надо быть сверхагрессивным в этой игре, сделать, например, Нидус, попытаться Нидусом забрить, Ваня ничего такого не делает. Ждет Коуб, между прочим, победителя в Decider матче, и это значит, у нас не будет зеркалки, что тоже очень приятно. Конечно же. Ваня третий уже начинает бать. Гидра Дэн почти готов. Опять забегание рейлджеров готово. Банши-то здесь уже все остались. Сталин Лига. Ну да. Все, затишье, секундочка. Месторождение меня. Все, ребят, везде все переименовал, как должно быть. Здесь очередное забегание лингов от Вани. 145-75 по лимиту. Решил он здесь сыграть надежно в этот раз, не упускать игру. Но нужно... Так, гидры сейчас еще плюс 9 штук будет. 1-1 грейды сейчас будут. Есть несколько роучей релоджеров, лингов и гидралистов. Все это дело подходит сюда. Пытается их отфокусить. Мимо Ваня фаербулами пуляет. Ну, пришел с гидрой уже сюда, с гидрой уже можно больно делать. Либераторы раскладываются, ну, сюда фаерболы, а банши, конечно же, будут гидра ушатывать. Че, фаерболчики пошли? Ну, третью ЦЦ-чку пробревать. Че Ваня бегает, боится-то? 160 лимита, ну, пора в лоб. А, у него 1-1 нет. Ну, сейчас 1-1 будет, все, надо в лоб добивать, нужен просто уверсир здесь элементарный, чтобы подсветить немножечко ХГ и чтобы убить танк. Уверсир где-то далеко, ну вот он подлетает, сейчас 167-79, но это 1-1, это факт, здесь Ваня уже не упустит, уже понятно становится, отменяет бункер Экзе, один всего лишь гидралист по нему стрелял, два танка у Экзе становится резко. Фух, ребят, все, конец. Ждем следующую игру.
Так, ребят, вчера Стрэнджа, так, не стримил я вчера Стрэнджа, я предупреждал об этом заранее, вот, что не буду стримить ни Стрэнджа я. Ну, Стрэндж там как-то крайне неудачно отыграл. Вот, зато я стримил Блая вчера на турнире Гаунлет. И запись на главный есть. Смотрите, там Блай, я считаю, более чем успешно выступил. Ну как, нет, не более, успешно выступил. Более это слишком, из-под он первое занял. Ну, он занял второе место. Получил 300 баксов, до этого 60 евро еще выиграл вчера. То есть вчера такой день, в принципе, неплохой. Призовых 360 только поднял. Так, Ваня летит сейчас, Ваня, конечно, Экзей летит рипером вперед, Ваня собирается встречать, линги готовы, видит рипера, 4 линга здесь есть, надо на крипе их гонять, нужно менять местами демедженного, ну, конечно, назад отводить. Так, королева еще не готова, дрончика уже 3 начинают на второй добывать, рипер пытается с ХГ выйти тут, ну, не надо на ХГ выходить, вон там королева уже есть, надо королевы отгонять, не надо дронов тут подставлять своих. Все, лингов не потерял, и не надо терять до готовности ему. Не надо терять. Спрячь просто, ну потом ты с мувом сгрызешь. Ну куда ты бежишь-то, Ева? Ну... Ах, не до контроля идет. Ну все, лингов не отдал. Можно камни погрызть, займи их чем-нибудь. Пусть они камешки погрызут. А то вдруг, ну, несварение у них в желудке. Пусть там немножечко потрепят что-нибудь как. Собаки, кошки и травку прикусывают так прикольно на улице. А эти пусть камни погрызут, они же все-таки зерги. Криптумор пошел. Экзей видит криптумор? Нет, он не видит. Если бы он видел, можно было просто за 2 выстрела его отменить сейчас. Не повезло здесь немножко тирану. А у Вани сверхранний лейер. Посмотрите, может быть, мы Нидус поставим. Поставит сейчас Ваня. Может быть, это будет ранний шпиль в стиле Бла. Я пока понятия не имею, что это будет. Похоже на шпиль, потому что никаких роуч воронов нету. Без роуч ворона Нидус не работает. Будет здание какое-нибудь. Так, роуч ворон пошел. Неужели Нидус-то? Почему такой поздний-то, ё-моё? Плюс 2 королевы еще пошло. То есть, а для чего Ваня вообще лейер тогда получается нужен был? Рипер уничтожен здесь моментально. Здесь танк Марики. Да, пошел Нидус, все это делается на второй базе у Вани. Сканит мейн сейчас Экзе, понимает ли он, что происходит. Я не уверен, вот он дропчиком вперед летит. Здесь Ваня забегает, депошка не закрыта, ужасная фейл здесь со стороны тирана. Ваня начинает жрать рабочих, рабочие погибнут парочку штук, это факт. Да, 2 гибнут, медивак тем временем на мейн прорывается. Руч королев много здесь. Минки и 5 мариков здесь у Экзе прорывается на мейнплане. Королев всех веди сюда, отбивай, просто сбивай медивак. Вот все, что здесь нужно. Просто рабочие поехали. Да куда ты бьешь мариков? Ну сбей же ты медивак. Ну что за тупеж-то, ё-моё, идет. Королевы все выживают. Марики все падают. Нужно спорку здесь делать. Нужно садиться сейчас просто в Нидус идти и делать Нидус на мейн. А, здесь либератор уже. Все, Нидус бесполезен. Либератор здесь есть, танк здесь есть, Ваня прогорает, в общем-то, очень жестко. Нидус пошел туда, я не знаю, успеет ли он затрансфьюзить. Пара трансфьюзов есть, но королевы демажное мясо, минка сейчас минуснет. Несколько рабочих, это факт, либератор разложен прямо сюда, танк приходит сиджиться. Нет, это неудачный Нидус, абсолютно здесь будет сейчас. Королевы демажные, пишем ГГ, выходим, Экзе против братка. Скорее всего играть. Ну хотя я еще рано Ваню хороню, еще рабочий у него есть, но это просто катастрофа, что он сейчас сделал. А Минка до сих пор живо будет убивать рабочих. Очередной залп минус 3 дрона. Нет, ну ребята, когда вам спалили Нидус, вы видите, что здесь происходит, вы видите, что вот если Либератор уже разложен на том месте, где он только должен появиться, поверьте, Нидус не пройдет, все, не делайте никак, не выхсовывайте туда юниты.
сразу пытайтесь во что-нибудь перейти, там, не знаю, шпили и так далее. Потому что если бы у Вани остались все эти королевы, он спокойно мог бы также шпиль делать и выходить, например, там, в третью хату. Но он же, блин, упорно просто в Нидус развивался и вот в итоге затерпел. Спорки до сих пор на мэйне нет, оверсиров нет, Минка задолбала уже там просто стрелять. Шпиль готов. Один на один грейды у Вани сейчас делаются. Два муталиска он строит против Хараса вот такого наглого. Да, это необходимо будет. Здесь, кстати, в био идет кривейший свич био. В чем он кривейшесть его заключается? Она заключается в том, что даже стимпак еще не заказан после такого провала зерга. То есть, как бы это сверхпозднее био будет. И очевиден факт, что ну здесь просто нужно Ване раскачать третью, сейчас двумя муталисками сбить этот медивак. Сейчас мутка прилетит. Ну вот, блин, дронов все равно смог сюда, сумел сюда привезти, отдать. Танчик потерял, муталисками Ваня сбил, 92-88. Рановато я Ваню похоронил, извиняюсь, конечно, здесь еще все шансы есть на победу у него. Вот, но будет крайне тяжело. 3 в 3 базы с тираном против био, с танками, там со всеми делами. Это уже печаль полная. Так, залетает мутка, шатает третью Ваня. Меняет КСМ-ку, отменяет туретку. Здесь еще туреточка на мэйне пошла. В продакшене. Девак с полной марика просто летает. Ваня подбревает 5 КСМ-ок. Хороший контроль очень даже демонстрирует, я вам скажу. Два муталиска потеряны, это неприятно, конечно, сейчас было, но нужно улететь просто. И 129-93 по лимиту, посмотрите, ССшечку как экзе поставил. Все, сюда приводим реведжеров, добычу, блочим здесь, и все. Танки надо подводить, там все подводить, это быстро все зергу не сделает. У Вани есть уже не там 6, по-моему, муталисков. Либераторы, они могут вообще в легкую сейчас минуснуть, и вот по этому направлению, например, зайти и вообще разваливать начать. Ваня что-то стоит, что он там стоит, я не знаю. А, муф, не так, ему муф вообще не заказан. 7 мариков, 8 мариков прилетают на мейнку. Ваня не реагирует, надо мутку сюда вести. Уходят рабочие. Короче, Ваня всеми побежал юнитами сюда. Это фейл полный, блин. Королевой надо попытаться уйти. Марики уже со щитами. Роучи где-то сзади. На медивак наламывается мутка. Минусует медивак. Мутку отдавать не надо. Роучи надо подвести. Королева приходит. Все сюда приходит. Экзе пытается минусу. 149-108 по лимиту. Все, Ваня здесь все пробревает. Нужно идти вперед. Сейчас пытаться пропушить. Ну, блин, планетарку крайне сложно будет пропушить. У него здесь туретки есть. Ну, здесь, кстати, смотрю. Так, ну что, здесь медиваки есть. В принципе, тяжело, конечно, будет экзе здесь давить. Но по боевому Ваню намного больше лимиту. Реально намного больше. Ну, хотя вот отсюда на... заходит экзе, точнее Ваня заходит экзе, стимпачится, принимает бой, здесь все без му, вообще на либератор наламывается Ваня, либератор не выбивает, как же криво он все делает, а? Все в одном контроле, с муткой вместе ходит, а на одну туретку тратит немерено юнитов просто. Ё-моё, какая печаль, 120-143, экзе сидит в итоге, спокойно добывает, и Ваня ничего здесь делать не может. Ему надо успокоиться, уже ему даже не надо агрессивничать. Ну на планетарку, вот здесь эти планетарки, была бы орбиталка, можно было вообще зашатать в легкую. Но это планетарка. На четвертую Ваня ставит, нужен Микос, Микоза ненаблюдаемая. Ну да, планетарка на третье, это вообще решение крайне странное было, но оно сработало, потому что самое главное. Против Вани. Анти-Ваня планетарка. ...155 рабочих на 67 в пользу Экзе уже. Ваня сбивает дропчик к нему залетающий в легкую просто. Лимита пока больше, надо рабов восстанавливать. 2-2 грейды, да, делаются, но как там в лоб пробивать Ваня, я не знаю просто. Экзе уже квад вперед пошел, куда он вперед-то пошел? Че он хочет вообще? Вот это отдача идет просто реальная сейчас. Если Ваня сейчас принимает экзе в центре, он принимает экзе в хлам в центре, я бы сказал. Муталиски летят, ловить марик.
Марики Муталиска, конечно, забирают, но знаете, экзе, как здесь тупо сейчас внизу остался. Надо сплетануть всю свою армию, фаербулы на танки падают просто сейчас. Танчики подрезаются, можно проходить на ХГ 155-130 там с чем-то по лимиту. Все, шатай танка, нет ни одного, заходи, реводжеров миллиард, просто заходит Ваня сейчас. Неожиданная ошибка от экзе, ужасная ошибка от экзе, фаербулы где на ХГ? Фаербулы пошли, нужно отойти от рампы. Да отойди ж ты, Ваня, фаербулы еще пошли, фаербулы падают, часть мариков на фаербулах отдаются, часть так там отдается. Все в узком проходе, Ваня лезет как-то жестко. Здесь в это время контр-дроп, вроде как Ваня отбивает. Ну куда ты прешь-то? С контроль-то юнитов своих нормально. Пусть они в куче бьются. Все разбежалось само по себе, ничего не убивает. Грейды не убиваются вообще, грейды все делаются. Все тупит, блин. Это ужасный контроль, просто ужасный контроль. И давай еще убежим. Ну да, конечно, что, пришел, убил, да, убежим сейчас, чего. Ну а что, как, конечно, что же можно сделать еще в этой ситуации? Ты приходишь к оппоненту, убиваешь его, загоняешь на рампу, убиваешь вторую, грейды не убиваешь. Ну и, конечно же, отступить, блядь. Тупить здесь, постоять на центре немножечко. Я извиняюсь, но у меня просто нет слов, когда такая хрень происходит, просто реально. Ну нервы нервами, но такие-то вещи, надо же понимать. Пошел Ваня опять вперед, био уходит на ХГ, мариков уже много реально тут очень. Все в ужасной куче здесь, экзе вообще в мясо разваливает Ваню сейчас. Ваня просто отдается на ровном месте, 120 на 100 по лимиту, был такой шанс дан ему, просто шансище, можно было уничтожить просто оппонента вот здесь вот, но Ваня взял и сделал то, что сделал, а сделал он следующее, он пошел сюда, марики отступали наверх, он просто пытался что-то по ним стрелять фаерболами, зачем-то он по ним пытался стрелять фаерболами, у него глаза загорелись, демеджем по ним стрелял, они с хайграунда подрезали реведжеров, здесь юниты сплетанулись, группа здесь, рабов нормально не убил, вот здесь вот две инженерки стало 2-2 делать, прекрасно это было видно, инженерки не отфокусил, ничего не отфокусил. В итоге, конечно же, экзе приходит в контратаку и Ваню просто убивают. Ваня пишет ГГ, браток, ой, Коу против экзе, кстати, игры, которой не было еще сегодня, между прочим, будет. Здорово, Димган, поздравляю с днем города. Всех приветствую, ребят, благодарю за внимание вас, всех. Вот, помните, поддерживать надо данный турнир, меняя мой канал, чтобы видеть как можно больше таких игр веселых.
Поддерживайте, ребят, данный турнир, меняя мой канал, отключайте отблоки, премиум подписывайтесь по реквизитам в описании или через плеер. Следующая игра Q против Экзе, Decider матч. В общем-то, ждем продолжения. Сейчас я посмотрю, что у нас там происходит вообще, в принципе. Опа, ребят. Африка-то битва продолжается. Стефана там изи всех шатает. Просто 6-0 у него. Стефана уже в финале, как минимум. Кстати, StarLadder.ru, кто там стримит, наши комментаторы? Кто вообще шарит? Я как бы, ну, сейчас не могу слушать, ведь стрим идет. У нас, конечно, призовые проскромнее, чем на том турнире, но там все-таки гигантский турик. Ну все, ребят, Ку против Экзе, поехали. Так, секунду. Забыл я рыбкам свет включить, ё-моё.
ребят. Покормил рыбёху мамы, рыбки там самые. Вот. Алекс Блайм? Может быть и Алекс, не знаю, ребят. Не уверен. Приятно, что параллельно столько турниров по Старкрафту идет очень. А сейчас реально их много идет. В общем-то, здесь у нас адептик ходит. Принимает КСМ, кое-где пришел, здесь инженерку запилил. Ну, Коу, посмотрите, какой топоризм просто. Занимается топоризмом полным. Ну, направь ты эту пробку не сюда, а вот сюда. Ну, что мешает это сделать? Меня вот постоянно меня поражает вот эта тема-ка. Процессы просто, вот им инженерку поставят, а они добывают минералы, которые они блочат. Ну это я не знаю, блин. Это клиника какая-то. Да вот же, раз, два, три, четыре, пять минералов, и вот этот вот. Вот этот и еще шесть минералов блочат, только два. Вот этот и этот фактически. Даже вот этот не особо, то есть вот он так таскает. Фактически только этот минерал блочит. Все, что нужно, не добывать вот этот чертов минерал, блин. Все, ладно, пригорать не буду. Самые голодные были. С кем хату делил? С петухами, ё-моё. С кем, блин? Ладно, все. Старпорт на реактор садится. И плюс два барака в Спротсом МЗ не хочет играть мех, это абсолютно верное решение. Спротсом нечего мех играть, если ты, конечно, не какой-нибудь Гуди, и ты просто все время это не катаешь. Так. Что за флудок? Я здесь, среди теней. Разработка завершена. Права случайно выдал, снял. Ну что, Кул двигается вперед, ребят, до варсталкеров идет. Гейт-пуш оправдывается. Пробивает всю рампу здесь Коэкзе. Сталкеров, ну, очень много. Я думаю, что нужно пушить, продолжать через рампу, не заходить наверх. Один ноль кублинг пуш удался, ребят. Ну, я не знаю, как-то не стало это неожиданностью для меня, собственно говоря.
пытается, конечно, что-то сделать уже. Еще сделать пытается что-то. У этот. Экзейкул свалил такой, я ливаю. Типа по скилловому сейчас ТЦ-шку добил, но по итогу не добил, и надо продолжать пушить. Да уже все, агрессивный блин, да, сделает ты, да добей все нафиг. Мародеров отфокусил, молодец, фокусит медиваки, все ключевые юниты фокуснул. Нужно немножечко отступить, варпануть еще юнитов и продолжить давление. ГГ пишет ЭКЗ. 1-0 кул. Так, злой танкист на рубль увеличивает призовой респект злому танкисту. 45 тысяч он уже стал. Ну что, вторая игра начинается. Поехали, ребята. Бункер был уничтожен очень быстро. Против блинк-пуша, да, там надо минки какие-то. Ну, хотя минки там, если обсервер был, если призма была, значит, опс был. Да, бункера нужно как бы с бункерами стараться отбиваться. Не просто бункер, нужно бункер вывести всех КСМов и стараться его вычинить. Только тогда шанс отбиться будет, собственно. Ну, там конкретно демку надо разбирать. Я сейчас очень сонный просто. Я особо, честно говоря, прям... детально не вникаю в игру. Прошу прощения, ребята, умудряется сейчас проникнуть наверх Q-пробочкой своей. XZ блочит отступление депошкой. Да не поворачивай ты по 500 раз, едь ты прямо, пусть она поля зарегинит. Все. Меня порвало, ребят. И ездит вот так вот ему. Прямо проедь немножечко. Поля начнут регениться, восстановится. Тогда ты повернешь, тебя пильнет, ты опять поедешь, они опять регенятся. Просто нужно вот так вот ездить по большой траектории. Это, конечно, сильно ничего не решило бы, но до
там, погодите, я видел факту вообще? Да, видел фактуку. В принципе, он все спалил, да. С другой стороны, пофиг на эту пробку. Ну, можно подольше поездить было, можно получить было чуть больше информации. Какой, например, что газ второй не заказывается рано, но... В принципе, это не критично, поэтому зря я тут пригораю, но все равно. Если ты уж контролишь, контроль нормальный или вообще оставь ее, просто не трогай пробку. На Гималаях сейчас хорошо. Это ты что ли фоткал? Вооружен и опущен. ТСМ готов. ТСМ готов. Кому навешать? Нададим им жару. Летел дропчик здесь от экзеку. Вторая цешка строится, либератор, плюс два гелика есть. Кстати, не, ну здесь три пилона, в принципе, неплохо расположены, как бы, то есть, в принципе, мейн защищен, уверчажами, да и уверчажей не один уже, а два, или даже три, нет, два еще. До третьего еще долговато, конечно. Нужно блочить рампу здесь, стараться. Сейчас дропать всю сюда. Три пробочки экзе пробивается сейчас. 51.36 по лимиту. Уже он в абсолютном плюсе здесь по лимиту. Адепт попытался попуснуть. Адепта одного надо... А, это зелок, даже не адепт. Нет, зелки, но после начального вроде успешной битвы, потом провально сыграл. Так, счет, да, не запилил я. Вот счет надо запилить, ребят. Чуть позже он появится. Здесь либератор, три пробки на второй минус. Ну, короче говоря, для Коу в этой игре все крайне неудачно складывается. Здесь уже танчик есть и... Может он отбиваться. Либератор наконец-таки уничтожен был процессом. Ура, вам Ку пытается сравняться. Надо какой-то контр-пушек небольшой предпринимать, иначе беда. Здесь рабочий переводится. Либератор на мейне неплохо здесь побомбил. Ну, конечно же, он никуда не денется. Но 6 пробок уже уничтожено. Плюс 3 гейта делает Ку. То есть опять 6 гейт в линкпуш. Точно такой же билд, как был. Но здесь уже подготовка массовая просто. И бункеры, и марики, и танки, и третий танк. И щиты сейчас будут у мариков. Стимпака, правда, нет пока. То есть линкпуш уже точно не заходит вообще.
Ну что, подхарасили сталкерки, ребята. Крайне неудачно. Они подхарасили сами себя. То есть ворвался КУ. 7 сталкеров потеряно в итоге. Ну, не все они здесь были потеряны, естественно. Ну, уже дальше продолжение практически бесполезно. Можно, конечно, попытаться перейти в Даркшайн, там третий Никсус. Но Экзосканет видит, что третьего нет. Так, здесь какого-то обсервера сбивают. Экзея полетел с 7 мариками в дропчик. Танка 3 есть. Почему дальше танки не строят? Не знаю, ему 4-5 танков сейчас иметь просто на выход. И все, он будет неубиваемый этот выход. Дома у Коу плюс пилоны еще. Даркшайн почти готов, но еще не готов. Масс-сталкера здесь у КУ, они уже не, ну вот это бред в такой ситуации, уже давным-давно пора понять, что сталкеры, ну, не действуют, и я просто не знаю, что масс-сталкерами здесь можно добиться, вот таким миксом сейчас только в размен идти, за счет его мобильности можно отстрелить СЦ-шечки и рассчитывать на то, что в перспективе дарки без наличия скана у тирана, допустим, будут шатать, такой я вариант, да, здесь могу прогнозировать, как бы, но... Никак по-другому. Так, оверчаш нужно на мейн еще один ставить. Мариков пошатало сталкерами, добивает Ку. Как, смотрите, Коу с братком так делает. Зед посмотрел просто, посмотрел, все нормально. Не надо просто всякую, ну, вот такую откровенно конченую тему в чат писать вообще. Это не комеди-клуб, как бы, и, ну, не... Короче, не будем вообще об этом. Это никому не интересно, в общем-то, там. Какой ты молодец. Какие такие вещи делал. Приходит Ку, фокусит медивать просто массово сейчас. Танк что-то сразу не начал фокусить. Био приходит, сталкеры уходят. Призму не успел Экзе убить, это часть био где-то сзади была, медиваки надо срочно новые заказывать, заказывает Экзе медиваки, но, кстати, Коу, смотрите, Коу-то расплодился по всей карте со своими дарками, здесь Никсус, надо дропчик бы сразу было куда-нибудь сделать, да, туда, ну не сделал, куда дропчиков у нас Экзе, Коу-ту сталкера дает, вторым успел уйти. То есть сталкер пуш и сенсор тауэр, да, имеет смысл, потому что если пуш затянулся, как сейчас, ты здесь бы поставил его и видел бы смещение, куда сталкеры идут, тебе проще было перемещаться бы значительно. Так, здесь у нас заходят просто био, ну и 4 дарка пресекает, кстати, весь этот харас неуместный. Но один дарк все-таки погиб, можно было отвести его, потому что это 2 архона было бы, а так полтора архона не бывает. Бывают архоны дарка, дарк бесполезен будет чуть позже. Здесь тоже забегание от Экзе неплохое проходит, смотрите-ка. Вырубает он здесь пилон, вырубает 14 пробок, парабам проседает сейчас проц, естественно. Но здесь дарки идут, отдаются 3 штуки, надо просканить и забрать все просто. Ну один уйдет. Живучий оказался дарк этот. Давар под Коу идут. Боевой лимит еще есть пока. Ну, у тирана 1-1. Тиран вот выходом пошел. Не слабым сейчас таким. 3 медивака. Плюс много био достаточно таки здесь. Дома Марика Мародера. Плюс танчик с хайграунда. Там очень неплохо контролит. Здесь выход Коу просто в хлам. Что вот это за смешные выходы такие? Не, ну на эту базу правильный налом. Нормально. Здесь стрёмный налом вообще. Вместо того, чтобы... Хотя вот сейчас вот можно было... Хотя, в принципе, нормально. Он ничего не потерял. Может быть, даже так лучше. Потому что агрессивный блинк, если сделать в этих сталкерах... Сталкерами в этих юнитах... Один бы сталкер, скорее всего, погиб. А то и два.
Либераторы опять непонятно, куда смотрят сейчас. Как недавно было у Касса против кого-то там на... А, ну вот это было на ВЦА как раз таки. Танк прям в центр шарашит сейчас. Надо контролить в центр, что и делает у нас Экзе. Неплохо танк там набомбил. Сколько же дэмэджа он нанес. Просто колоссальный дэмэдж. Сталкеры, посмотрите, как они лопаются. Как же мне жалко этих юнитов, когда они так провально блинкаются. Это просто жесть какая-то. Пытаются уйти в это время контрдроп на мейн просто. Это 1-1, ребятки. Это интрига. Не так-то тут все просто оказалось. Все, нексусов нету никаких. Ого, я не знаю, что он здесь хочет в этой игре. Что он вообще здесь сидит? Зачем? Даркшайн устанавливает. Ну что, пока есть дарки, надежда. Надежда есть всегда. Короче, сказал Зератулку, как в компании. Пророчество неоднозначно. Я поставлю Даркшайн и еще, возможно, тут на оклике что-нибудь сделаю. Но... Тут даже не на оклике, а на блинке. Ну, а, блин, здесь уже крайне сложно что-то делать. Вообще, это Биву вообще сейчас вниз спустится и все убьет. Для Верча же я не знаю, что здесь бояться. Так, на второй добыч есть пока еще. Можно действительно дропнуться было вот сюда вот сейчас прямо. И ничего бы не сделал вообще. Пропасть. Так, продолжает тут попытки на блинк-сталкерах что-то сделать, но масс био здесь плюс КСМ-ки, их здесь зашатал. Здесь тоже все подлечилось, в принципе, неплохо. КСМ-ки возвращаются к добыче. Здесь био спускается и ГГ. О, пищ, просто, ну, Экзе постоял, просто подлечил, все собрался и спустился всеми вниз. 1-1, третья решающая. Будет сейчас у нас. А вдруг Зератул прилетит?
Гейт газ, укус сейчас. Разве... Опа, два газа. С мейна решил сыграть хул. Ну, посмотрим, посмотрим. После Старлайна, в 4 часа, возможно, я Шауткрафт чуть-чуть постримлю, часочек, может быть, один, там, пару матчей с Инновейшном, но не более того. В 6 часов я точно свернусь, как бы, а то и в 5 даже, наверное, в пол шестого где-то крайний срок, вот так вот. Сейчас еще посмотрим, может, я вообще после Старлайна завершу. Скорее всего, может, пару игр постримлю еще, не знаю. Вот и я про голубой вертолет тоже подумал. Старгейт, уку пошел, вот в чем суть его билда. То есть газ-то два ранних, но в любом случае стандартный выход в ЦЦ-шечку идет. Здесь адепт ошибается, слишком близко подошел к отморозкам. Их 6 штук, и они стреляют из автоматов, они не стесняются вообще. Совершенно. И эти 6 отморозков идут вперед, а Укуу нечем их встретить абсолютно в данный момент. Мазеркор, конечно, есть, пилон, конечно, заказан, но он будет только через 12 секунд готов, а эти-то ребята уже секунд через 6 придут сюда, наверное. И вот заходит Экзе сейчас, второй адепт еще не готов, отводит первого Ку. Надо оверчаш выставлять, оверчаш далеко, Мазеркор далеко, но два выстрела оверчаш делает, это уже неплохо на самом деле. Пытается сбить мариками Мазеркора, ничего не получается у него. 6 мариков отдачи в итоге на одного адепта. Это не очень хороший вариант. Но циклон... Так, циклон здесь есть, оракул залетает. На мейне есть циклон на второй марике, поэтому ничего не сделать будет. Кстати, оракул 1-1 циклона может вообще зашатать. Я очень сильно сомневаюсь. Минус оракул. Все самое грамотное, что Ку из этого смог извлечь, это скинуть ревелейшн. То есть он сюда, а знаете, в чем прикол? Он залетел вот сюда, и отсюда уже пути назад не было. То есть если только вот с этого точки вот максимально быстро сюда улетать. Потому что здесь был вижен создания, и циклон просто бы сзади бы следовал. Если паракул улетал назад, скорее всего, вижена бы не хватило просто, и все. Фениксы пошли у Ку, идет Экзе вперед сейчас. Прекрасно Ку увидеть, что здесь происходит. Хорошо, хоть не телепортнулся. Адептами. Еще адепты варпятся сейчас. Гейт один. Ё-моё, один гейт укол. А что он хочет сделать здесь вообще? Объясните мне, пожалуйста, ребят. С одним гейтом. Это 2-1 экзе, скорее всего, ребят. Я не вижу возможности для просто здесь отбиться особых никаких. Если бы был флит бикон и стергейт от темписта, разве что строились. Но его нету, как бы, сами видите вы. И один гейт. Зато есть Nexus 3. Ну а чё? Ты видишь выход, нахрен тебе гейты добавлять? Конечно, нет, сустрейте, надо строить, блин. Ну-ка, удает вообще прикол здесь. Видел прекрасно ревелейшн кинул, видел изначально, как все отсюда вышло, и даже никак вообще не отреагировал. Ну как кто так играет-то, ему? Два тирана у нас из этой группы выйдут, скорее всего, теперь. Если Экзе выиграет эту игру, что уже из данной ситуации вероятность, по-моему, здесь просто 99%.
у Протса из юнитов Адепт, Феникс и Мазер. О, все, ничего нету больше. Грелочка появилась. Ну, кстати, грелкой можно сбить Либератор. Ну, даже, проблема в чем, даже если Либератора собьет здесь У, а он может его сбить и убить Циклона сразу. Ну, чем он... А, не, гейты добавились, смотрите-ка. И третий Нексус есть, то есть можно попытаться будет... Так, пробок 14 слита. Можно попытаться будет отстроиться здесь, телепортнуться Мазеркора, может, туда. Давар по адептику придет. Ну, залетит ЭКУ к Либератору. К Либератору не за... Вот что здесь грелка висит? Построил одну грелку, мог убить Либератора, ничего в итоге не сделал просто. Сбривает ку вроде как Либератора. Нет, циклона только сбрил. Либератор под туреткой, и все, его просто не убить. Экзей здесь туреток настроил столько, что грелки уже бесполезно вообще становятся. Пробок вроде как ку здесь отстраивает, но 77, ребят, на 44. И самый прикол, что здесь и Нексус как бы не раскачан вообще. И там 30 ЦЦ-шек уже строится у тиранов. Очередной телепорт бесполезный адептами делает под танки. Здесь Либератор раскладывается, минусует просто все. А танки обстреливают. 4 еще адепта, ну хоть бы скопил бы 8, может, я не знаю. Каких 8? Здесь уже и 8 не помогло бы, вот в чем прикол. Хитрый телепорт, не понял я зачем, правда, куда он был сделан. Типа вне ренджа Либератора. Но толку от этого нет. Без потерь вообще тиран практически сейчас убивает просто. Посмотрите просто на потери, и вы все поймете. И вообще надо было сразу, наверное, сталкеров делать ку. А, он еще скорость у меня, да, сделал. Какая скорость у меня вообще. Это вообще, ну вот. Я прогнозировал, что Ваня выиграет ку. Икзе вообще с последнего места останется на последнем. Икзе не оправдал моих прогнозов отрицательных. Икзе сыграл замечательно и вышел со второго места. Браток, как я и предполагал, вышел с первого места. А вот Ваня ошибся. Мог он пробрить ку, считаю, и играть в Венерах вообще. Стоп-старт, ребята, делаю. Пора стоп-старт делать и ждать турнира, который я хотел чуть-чуть постримить.